Все, стрим пошел. Добро пожаловать на первый за, я даже посчитал, 18 дней стрим в ТикТоке. До этого они были только на Твиче у меня. Я вообще думал, нахер эти стримы в ТикТоке, надоели уже, не о чем их делать, лень придумывать. Но тут объявился, значит, чел хорош. Ну и поскольку он настолько хорош, что он может создавать турниры из своей больной фантазии безграничной, он сделал очередной турнир, в котором на этот раз я буду выбирать сильнейшего персонажа вообще из всех версов, всех вымышленных, не знаю, франшиз, вселенных, как ты говорил, из всех... Ты как-то назвал это красиво, ёмко? Да, со всего фикшена, вот. Выдумка приводится. Вот. Так. Он еще и английский знает, представляете? Насколько чел хорош. Да, крутой такой. Худший подписчик все-таки официально. Так. Мне сейчас будет... Мне даже чутка непривычно возвращаться после такого долгого перерыва в ТикТок. Но раз уж есть такой повод, то почему бы и нет. Но с самого начала есть определенные заминки. Вообще, такая небольшая предыстория. Когда ты сказал, что сделаешь этот турнир, я подумал... Ну, ты говорил, что ты мне пригодишься, что нужно, чтобы ты был со мной в Дискорде, что я должен отдельно для тебя делать рестрим и так далее, потому что сам ничего не пойму. Но я хотел обойтись все-таки без тебя, потому что мне Маркиз, другой мой частый зритель, кинул сайт, который называется, по-моему, даже сейчас, чтобы не соврать, скажу точно, Anime Characters Fight Fandom. Это вики, которая посвящена файтам всех вообще. Что ты говоришь? Это сайт для ПБшера вообще, для всего. Вот, спора. Вот, для всего. Он мне кинул, поскольку он тоже ПБшер, он мне кинул этот сайт, и я подумал, блин, это же такая кладезь просто. Ну, вообще, то есть мне не нужен будет никто, потому что там все настолько детально и подробно расписано, с фактами, с цифрами вообще. Я вообще планировал сделать так, открыть твой турнир, параллельно в соседней вкладке открыть этот сайт. Просто имя персонажа, я почему тебе еще просил имя прописывать настоящее, чтобы мне было легко искать. Имя персонажа прописывать в этом, в поиске этого сайта, и тупо по фактам, ну, как там будет прописано, кто сильнее, того и выбирать. И я думал быстро пройти тест, просто чисто вот Ctrl-E, Ctrl-C, Ctrl-V, просто вот имя каждое вбивать, искать там пиковую форму, смотреть, какой там показатель, сравнивать просто эти числовые показатели, у кого они больше, того и выбирать, не общаясь ни с чатом, ни уж тем более с тобой в Дискорде, не устраивая никакие опросы, просто тыкать и все, и таким образом быстренько, лайтово пройти этот огромный турнир, а турнир, правда, большой, там более 100 персонажей. Но что пошло не так? Я сейчас вот открыл этот сайт прямо перед стримом в соседней вкладке, он у меня тупо не работает. Не удается получить доступ к сайту. Я его несколько раз уже перезагружал, открывал разные ссылки, он у меня тупо не работает. Вот все работает, и Пикуку, и Дискорд, и ТикТок, вообще любой сайт, кроме этого. Вот до этого работал, я там сидел, поражался глубине познания этого сайта, а тут вдруг в ответственный момент он меня подвел. И, собственно, это и есть та причина, по которой сейчас чел хорош все-таки, ну, вынужден быть на стриме, в Дискорде. Я до последнего надеялся, что мне не придется снова с ним взаимодействовать, но судьба повернулась иначе, и... Поэтому он опять тут, ребят, он опять здесь. Извините меня, пожалуйста, это не моя вина, просто реально сайт не работает, а без него в его же турнире разобраться и без этого сайта невозможно. Ну, вы сами знаете, что это за человек, поэтому... Ну, придется и вам тоже потерпеть. Будем вместе, приложим усилия, чтобы не сойти с ума. Что? Так это и есть отдельная вкладка? Или ты имеешь в виду в новом окне? Да-да-да. Вот
новое окно создать и там попробовать. Ну, давай сейчас я открою переписку с Маркизом. Ты просто в чате, точнее, в Хроме можешь писать ACF и сразу самый первый, да, сайт, он и будет. ACF сейчас. Так. Аниме? Нет. Не аниме characters. А как? Подожди, это не то. ACF. А, оно называется Anime Characters Fight Fandom. Но там не только аниме должны быть. Вроде это оно. Да, там и комиксы, и книги. Тимур, у тебя в ДС Стивен Хокинг сидит? Если бы. Потому что Стивен Хокинг гений. А у меня чел хорош сидит в Дискорде. Где? Нет, в новом окне в отдельном тоже не открывается, к сожалению. Я не знаю, в чем дело. Ну, как бы, что ж, что поделать. Придется как-то справляться с помощью автора этого же турнира. Ну, к тому же ты обещал помочь, вот ты и здесь, поэтому. Так, там что-то в чате какие-то люди появились, я вижу. Максим, привет. Мадара соло. Ну, здесь Мадара точно будет не соло, я думаю. Я вообще сомневаюсь, что он тут есть. Нет, там просто слишком много персонажей надо было добавить, и я тоже Мадару добавил. Это, наверное, все по плану Айзена. Ну, нет, это по плану чела хорош, это еще хуже. Кстати, спасибо тебе, чел, что сидишь параллельно еще и в ТикТоке. Мне как бы плюс один зритель не помешает. Привет, Тим, привет, Be Silent. Стивен просто без приблуды говорить не может, и его голос имеет такой же эффект, как сейчас на стриме из Дискорда. Ну, откуда ты знаешь, как бы, чел хорош, он, возможно, и в жизни так разговаривает, я не удивлюсь. Просто на самом деле это его голос настоящий. Я сейчас скинул на АТФ, через него зайти. Сейчас. Ну, ты понимаешь, что ты сейчас вредишь себе, потому что если у меня откроется этот сайт, я тебя в ту же секунду просто кикну в Дискорда, закрою его и буду проводить стрим сам. Не надо. Ну и не буду, потому что эта ссылка мне тоже не работает, к сожалению. Я не знаю, в чем дело. Вот у тебя она открывается, вот которую ты мне прислал? Да, я же зашел на сайт, скопировал ссылку и я скинул. Странно. Так, может быть, ты и будешь в спорных моментах гуглить там персонажей и сравнивать их? Раз у тебя работает. Потому что у меня нихера не работает. Нет, не получается, не удается получить доступ к этому прекрасному сайту. Ты знаешь... Можешь. А я и дальше все знаю. А, все знаю. Ты знаешь лучше, чем этот сайт, да? С кучкой ПБшеров. Я и так помню, все, я знаю все. Мне не нужно. Так, что-то пишут, что у тебя какой-то странный звук в Дискорде, сейчас я послушаю. Блин, ты реально очень херово звучишь. Поговори что-нибудь и скажи чем-нибудь еще. Чел. Чел. Ну, разобрать можно, ладно. В принципе, это главное, чтобы я тебя слышал. Да, я не думал, в принципе, слушать мне не надо. Да, как бы главное, чтобы я тебя слышал, чтобы ты мне говорил, что там происходит, а я уже буду. Главное, чтобы меня было слышно. АЦФ херня полная. Это потому, что там Мадара не признан сильнейшим, да, в этом дело, Homo sapiens. А это, между прочим, Маркиз рекомендовал, а он херни не посоветует, Homo sapiens. Ты же знаешь Маркиз. В общем, ладно, спустя 10 минут, я думаю, можно приступать. Все-таки мы попытались, у нас не получилось открыть сайт. Но у меня открыт сам турнир на 128 персонажей. Какой кошмар, я буду это 3 часа минимум проходить. Надеюсь, удастся сохранить рассудок. Мне нравится название. Я правильно начал фотографии искать, кстати.
Мне нравится название. Просто уже вот до этого он еще пытался придумать какие-то названия, которые, ну, более-менее адекватны. Тут он уже сдался прямую. Тимурка, заходи. Краткое описание для понимания. РП – разрушительный потенциал, то, что может уничтожить. Вселенная – бесконечная мультивселенная, бесконечное количество вселенных, мета-метавселенная, без мульти. Вот такой нас ждет тест сегодня. Я рискну пройти классически. Хотя «Царь горы» был бы гораздо быстрее, но ладно. Я Экзор объяснил пока что. Я там только РП разобрал немного. Уже поздно, уже я уже прохожу его, поэтому вот что получилось, то получилось. Мы во всем в любом случае будем винить тебя. Лично ты несешь полную ответственность за все, что в этом турнире твоем есть. Я с себя снимаю всякую ответственность, просто переношу на твои плечи. Итак, чё нового, Юскрипи, привет. Да вот, решил вернуться ненадолго в ТикТок. Ой, блин, я вся на нервах писал. Ну, сейчас успокоишься, наверное. Там у Мадары РП в гору и скорость супрел. Я, кстати, когда мне Марки скидывал этот сайт, я прогуглил там Мадару, и вроде бы у него там нормальные такие показатели были. Может быть, ты давно не заходил в Homo Sapiens, возможно, его там обновили. Наверное. Всем привет, Омега. Вот. Ладно, погнали, нормально уже людей более-менее собралось, я думаю, больше уже не будет, поэтому давайте начнем. Итак, первый этап, первый раунд, и нас встречает пара SS Goku RP в Meta Plus и Natsu, вообще не знаю, что сказать. Ну, Goku я еще знаю, это Dragon Ball, Natsu понятия не имею откуда. Ну, и смею предположить, что здесь берет Goku. Вот, Омега тоже пишет Goku, так что Максим тоже пишет Goku. Ну, давайте Goku. Мне вообще плевать, кто победит здесь. Голб — единственный персонаж из детских мультиков, которого я уважаю изо сил. Вообще не знаю, кто это. Выглядит как ты, чел хороший. Вот я тебя примерно так представляю внешне. Или Адам. Таймстоп, РП в континент. Ну и чё? А откуда вообще Адам этот? Хотя бы. Адам, он из этих... Как там? Ну, я название забыл. Ну, прикольный вес. Рор, на английском пишется вот так. В чате пишут Голб. Ты согласен? Я, да. Блин, я хотел это Адама выбрать. Он хотя бы как-то покрасивее, чем этот Голб. Ну, окей. Не помню имя. Ну, вот что такое? Вот, ну, опять, третья пара. Не помню имя. Я причем просил его, пропиши, пожалуйста, каждому персонажу имя, чтобы не было такой херни. Создал мониторов очень сильный. Даже картинка ни о чем не говорит. Тут очень мелкий шрифт. Ни черта не читабельно, непонятно. И либо СВМЧ считают одним из сильнейших в Marvel. Опять же, что значит СВМЧ? Это сокращение его полного имени. Ну и как оно расшифровывается? Молекулярный человек, там где-то еще много слов. Там еще два слова должно быть, на С и на В. Я бы, знаешь, кого взял? Вот этого. Не помню имя. Взял бы его. Ты даже имя его не помнишь. Куда бы ты его взял? Когда по Наруто тирлист? Он антимонитор создал. Смотри, один антимонитор, он против всего DC, материального DC-верса сражался в соло. А он создал эту вообще расу полностью. По Наруто тирлисты уже были, поэтому я все, которые мог тирлисты по Наруто, делал. Есть отдельная запись стрима у меня на Ютубе, зайди, посмотри. Ну ладно, пускай будет этот безымянный. Ган из Темной башни РП в Мета Плюс или Сон Дживу. Не знаю, правильно ли я написал его имя, РП, какие способности, я не знаю, но его считают сильным. Вот ты то имя не знаешь, то способности не знаешь. Вот о чем. Я дизлайк поставлю этому турниру в конце. Я бы Ган. Я бы 100% Ган. Че в чате думаете? Ган или Сон? Смотри, Ган, он типа мультивселенной управляет полностью. Он крутой.
Омега пишет, что Сон Джин Вун, наверное, но он что-то не уверен. Ты посмотри, этот Ган, он создает, точнее не создает, он управляет мультивселенной, там этими царствами управляет. Там еще есть рекурсия реальности, ну то есть это прям сильный-сильный персонаж. Бисален, ты-то куда пишешь, Сон? Ты вообще знаешь хоть кого-то из этого турнира? Ган. Он же вообще самый слабый, ну, один из самых слабых восел добавил. Какое непонятное различие выбора персонажей. Ну, говорю, это чел хорош создавал, ребят, максимально понизьте планку ожиданий, вот прям до нуля. Доктор Стрэндж, как такого разрушительного потенциала нету как такового, но способности крайне опасны. Или Айнс Оун Гон. РП почти нет, но неплохие способности. Тут я Доктор Стрэнджа возьму именно из-за камня этого бесконечности. Что за звуки на заднем фоне? Это чел хорош. Он вот так звучит теперь. Такой у него голос. Что-то у меня стрим подвис или... Или только у меня? Что-то у меня стрим подвис. Это у меня идет он. Сейчас. У меня, возможно, кстати, звук от микрофона. У меня бывает иногда этот микрофон фонит. Но я не знаю, как это исправлять, поэтому... Ну, может быть, со временем пройдет, может быть, нет, хрен его знает. Так. Так лучше? Да. Не-не-не, это я понял, это дело не в тебе, это реально мой микрофон. Уже такое много раз было. Сейчас я стрим свой перезагружу, а то что-то у меня подвис. Спасибо за 5000 лайков тем временем. Ну да, я бы тоже взял Стрэнджа, просто потому что мне нравится Бенедикт Камбарсрач, поэтому давай его. Но тут ультима побеждает. Кстати, да, я помню, ты говорил, что здесь ты напихал Годзилл, как фанат Годзилл. Но я тебе пообещал, что да. Годзиллы пойдут в дно, поэтому здесь принципиально Виктор фон Дум. Тем более, что, во-первых, мне нравится Доктор Дум, это один из лучших злодеев Марвел, мне кажется. И плюс еще это актуалочка, потому что новым злодеем в Мстителях будет Доктор Дум еще и в исполнении Роберта Дауна-младшего, так что... Он слабый, он даже полную силу потустороннего не смог использовать. Я, кстати, когда мне Маркиз кидал АЦФ, я там искал в том числе и Доктора Дума, мне было интересно, и слушай, там ему такое приписывают космическое, что просто невероятно, так что я бы даже не стал. Нет, не надо, стой, послушай. Это как в зеленом? Что как в зеленом писали? Это как в зеленом? Я тебе объясню. Этот Ультима, он может создавать мультивселенную, уничтожать их, он переписывает будущее, прошлое. Типа его на концептуальном уровне нельзя победить. То есть даже для него не существует такого понятия, как проигрыш. Артур из ССГ, довольно сильный, или Пеннивайз из Оно, РП в мета... У Пеннивайза РП в мета плюс? Серьезно? Да, он в книгах такое показывал. Он типа с черепахой на одном уровне реальности существовал. Блин, знаете что, это мне что-то смущает звук. Я просто думаю, может мне отключить микрофон и подключить его снова и посмотреть, что будет. Возможно, конечно, все просто ляжет окончательно, но я попытаюсь. Я так еще ни разу не делал. Нет, у тебя все нормально, у тебя все нормально. Так я же слышу. Я же слушаю, ну, типа... Нет, в Дискорде нормально, видимо. А на стриме я слышу, включаю, ну, как бы я сам смотрю свой стрим с другого аккаунта, и там прям жестко, ну, лагает. Я тоже могу для тебя составить царь горы. Ну, можешь, несмотря на какую тему.
Оно бессмертное вроде. Но оно возвращается каждые, сколько там, 36 лет, по-моему, есть цикл. Тимур, я с утра не нашел свой кошелек. Чисто для справки. Твоя работа? Просто, чтобы лишний раз не искать. Ну, а ты как думаешь? Глупые вопросы не задавай, покусатель. Понимаешь, он, короче, игнорирует саму физику. Он игнорирует физику, понятие. Он, короче, вообще сверхсущество, которое игнорирует абсолютно все. Давай ты послушаешь меня, и вот это понимается. Ладно, давай я пока переподключаю микрофон. Ты говори. Homo sapiens, могу в DS зайти. Ну, давай я вот тоже сейчас переподключу, и мне надо тебе доступ все равно дать в этот канал. Может быть, и сможешь, не знаю. Так, сейчас впервые пробую переподключать микрофон сейчас. Ты пока говори, у тебя я другого шанса тебе не дам. Ладно, спасибо. Ну, короче, Пеннивайз крутой, там бессмертный. Регенерация, варпы реально. Так, стало ли лучше? Сейчас. Так, стало ли лучше? Нет, лучше не стало вообще. Ну, я попытался, я попробовал. Ну, не получилось, ладно. Так, Homo sapiens, а ты вообще шаришь вот за все? Ты же понятия не имеешь, какие тут персонажи будут. Ты же просто не знаешь. Ты уверен, что тебе стоит сюда соваться? Не, я, конечно, открою, ладно, тебе доступ. На один раз. Но ты подумай. Так. Принимай соло, короче. Ну окей, я понял тебя. Так, Индра. Все. Все, ты можешь зайти, Индра. Дай мне вот здесь сам команд. Я могу, смотри, я могу дать тебе пососать. Это лучшее предложение. Устроит? Скоро Тимур и до меня долетит. Да на самом деле уже. Я просто подменил твой кошелек, Максим. Твой настоящий уже украден давно. Он подменен на фальшивку. Ты его проверь, он пустой. Там денег нет. А если они есть, то они фальшивые. Сейчас я подключу микрофон. Ой, этот. Микрофон говорю. Ноутбук подключу, зарядки, а тут пока про следующую пару говори, короче, что-нибудь. Черепаха, серьезно? Эта черепаха, она равняется и даже сильнее будет самого принимать. Черепаха сильная. Сильнее, чем Гоку, у которого РП в планету? Черепашку побеждает. Так. У него стант может телепортироваться к кошельку, если сам Тимур более 15 минут общался с владельцем. Да? У Гоку не только вселенная. Так. На черный никто не показывал. Homo sapiens, короче, доступ открыл, можешь залететь. Спасибо за 8000 лайков. Ну, давайте черепашку, чё. Тот, кто существовал на одном уровне реальности с Пеннивайзом, кстати, символично, что черепаха сразу после Пеннивайза попалась, на протяжении вечности, тот, кто выше космологии темной башни, очень сильный, почти самый сильный среди всех. Ну, ладно. Годзиллу я слил, но черепаху, так уж и быть, пропущу. Спасибо. Ты знаешь, что Годзилла, он может на рамках сражаться с этой черепахой или Пеннивайзом? Нет, не знаю. Рекурсия Барри, создание и уничтожение бесконечной рекурсии реальности РП в Мета Плюс. Это вообще персонаж или что это? Это персонаж. Рекурсия персонаж? Откуда? Нет, название книги «Рекурсия», но чтобы было понятнее, я просто написал «Рекурсия Барри». Типа там, в этой книге, там главный герой — это Барри, а он там крутой такой. Понятно. Горфилд. Его есть много его версий, но учитывается только та, что на фото, а именно испаряет звезды присутствием бесконечный размер.
Ну, на картинке размеры не то чтобы бесконечные, он там, судя по всему, в лапе держит человека и, ну, максимум метров 10, наверное. Ну, хз. Чё скажешь? Да. Но я скажу, что Барри, наверное, победит. В чате до сих пор спорят о том, есть ли вселенная у Гоку, ну, типа уровень. Нету, нету там уровня вселенной. Он как Ты бы этот планету очень еле-еле может, думаю, показать. за Барри, да? Я за Барри, да. Бен 10. Мне нравится, что здесь абсолютно непредсказуемо, кто попадется дальше. Просто кто угодно вообще может быть. Пик Сил забыл О, название топ этой антенна форме очень победит. РП во вселенную. Или Серебряный Серфер не очень сильный, но вроде как может уничтожать планеты. Ну и ты за кого? Ну, я за Бентена, конечно. Ну У него ладно. там вселенная прикольная. Пусть будет Бен 10. Homo sapiens и Омега, я вам рекомендую перейти не в Телеграмы друг другу, а мне в Дискорд. Мне там не хватает актива, пусть даже это будет срач. Сингулярности, мультивселенная. Это тоже персонаж? Не понимаю. Да, это тоже персонаж. Откуда? Из точки сингулярности. Книга есть такая. Это прям, ну, это персонаж, то есть с характером, который как бы действует в сюжете, которого просто зовут Сингулярность, что? Нет, у него характера нету. Он выше понятия характера. Для него не существует такого слова, как характер. А какой тогда из него персонаж? То есть, ну, в чем Он суть? существует и может уничтожать и создавать реальности. Ну, у него есть какая-то личность, воля, ну, что-то, что делало бы его персонажем в первую очередь, героем каким-то. Да, есть. Он ревнует свое место трона. Вот трон свой ревнует всем. О, ждал Теннисона. Танос Нет его уровня. очень часто Да, Таноса, сравнивают. Таноса, стоп, спидом. Его очень часто сравнивают с Дарксайдом из-за его внешнего вида и места в сюжете комиксов. Они очень похожи, но Дарксайд намного сильнее этого бомжа. Какое неуважение. О, Индра подключился. Ты за Таноса? Да, извини. Ну смотри, Танос победит. С точки сингулярности он нормальных ачивок показал. Но смотри, зато он там вселенную уничтожает. Но Танос он показывал более сильные ачивки. Ну Комиксов окей, особенно. значит Танос. Физарин, РП Я в мета просто знаю, плюс. что такое сингулярность. Сингулярность Ой, это то, что было до Большого Взрыва. Или Яхве. Великий Алмайт уничтожать всех. Так это ты делал, откуда ты, почему ты спрашиваешь, откуда он здесь? Это твоими руками сделано, чел хорош. Это мы у тебя должны спрашивать, что здесь это делает тот или Физарин, иной персонаж. Физарин. Берем Физарин. Это я спрашивал, откуда он здесь. А. Не, как тип с трешками махов попал в турнир с такими персами? Ну Так вот. смотри, я уже не знал, откуда брать. Я же еще вот этот, не читал книгу, вот это «Темное измерение». Я хотел оттуда еще пару персонажей взять, но мне было лень просто вот читать это все. А знаешь, кого бы добавил? Вот ты видел новую игру от создателей ДБД? Там про завод. Там был тип какой-то, еще имя не помню. Не вспомню, вот этот маньяк, который мультивселенский уровень. А, нет, еще не видел такого. Ну, Ну, посмотри, я тоже там Куплинов проходил. знаешь, будет смешно, Попробуй. если он также про Мадару будет оправдываться, типа, я не знаю, кого еще добавить, поэтому я Мадару туда вставил и все. Так же, как про Айзена или Да, Яхве. не, Мадару слишком жестко будет добавлять. Он там, наверное, какого-то 13-летнего Мадару добавит. То, ну, перса тупо не увезут. Этот чел все делал, что ли? Да, этот чел делал все. Даже самые ужасные вещи на свете делал чел хорош. Так, Да. об ССС или Милиудос? Нечего сказать. Мне А тоже. в СССР он уничтожает, уничтожает, уничтожает 100%. Но он и выглядит красиво, кстати. Мощно так. А что за БСС? Что хотя откуда вообще ты их берешь? Он из SCP-верса, SCP. SCP, слышал уже о таком? Нет. Ну там скромники какие-нибудь, SCP там 173, например. Это то, что у тебя в голове? Ты оттуда берешь? Сиреноголовый еще, вот, типа, вот, слышу уже 100%, да, Тима? Нет, вообще ни разу. Что, Сирен?
Ну, короче, это оттуда. Понятно. Доктор Манхэттен, вот про Манхэттена я слышал, изменение материи. Или Хагорома, РП, возможно. Кстати, вот это, подожди, вот это интересно. Отвечай. Ну, Хагорома реальность может менять, а хотя тут Манхэттен. Манхэттен тоже. Я просто не знаю, что он в комиксах делал. Это первая пара, в которой я знаю обоих. Все, что ты можешь представить, он делал уже в комиксах, в принципе. Первая пара, в которой я знаю обоих. О, вроде фонить перестал микрофон. Это хорошо. Так, ну я даже, кстати, не знаю, это сложно. Это сложно. Ну просто Хагорома, типа, и временем не ограничен, и по времени может ходить, и реальность менять, но это пиздец. Давай просто так вот это, Манхэттен, точнее, эту Хагорому возьмем. Можно, чисто из уважения. Можно пропихнуть перса Наруто. Да. И будет смешно, у людей пердаки гореть будут. Да, согласен. Максим уже пишет, что Манхэттен, но ты... О, Мегатрон. Мегатрон или часовой. О, про часового, кстати, я слышал. Довольно сильный в плане физических характеристик. Или Мегатрон, РП, уровень планетоида. Часового Кнал разорвал, чем Мегатрон Солод. Это же из трансформеров, да? Я правильно помню? Трансформеров, да, пока что. Я просто его по ромбу взял. Ну, давайте Мегатрона. Чисто Мегатрон, но легенда просто. Окей, ладно. До этого был Манхэттен, теперь Мегатрон. Гер, на карточке Гер написано вместо характеристик физической силы, он выше всех стендов. О, спойлеры к Джоджо, нет, нет, я не досмотрел, нет, мне нельзя, да, мне нельзя это стенд, читать. Полный, самый нищий, да блин, ноль статы. Ты понимаешь, что ты полностью, вот просто картинкой этого стенда по спойлеру отвечаешь? Это вот спасибо, челу хорош. Просто внешне. Вот чисто просто внешность этого стенда, Тимур, это уже спойлер. Давайте я просто Супермена возьму, чтобы эту внешность больше не видеть. Но по факту Супермен. Я так и думал, блин, надо было предупредить чела хорош, что без Джоджины. Гоку Инфинити, не каноничная версия Гоку, я за него не шарю, но все говорят, что он сильный. Либо Шибай, ха-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 ха, что он вообще тут забыл, хоть он и самый сильный в Наруто и Боруто, но он... Она сразу после Мачемена тут самый слабый. Мной, кстати, я очень часто вижу в комментариях... Я очень часто встречаю в комментариях упоминание Шибая, что типа Шибай сильнее Мадары. Очень стало модно писать в последнее время в комментах. Постоянно замечаю. Вообще, писать то, что Шибай сильнее кого-либо, это модно стало. Это всегда бывает, например... Когда новых персонажей добавляют, например, когда Ищики добавили, его тоже со всеми сравнивали, говорили, что он сильнейший. Это, короче, шиза бортфагов. Насчет Шибая, вот, действительно, его сила, она огромная. То есть он, подобно Яхве, может смотреть все будущие таймлайны, видеть их исход и тупо, то есть, избежать того варианта событий, которому проиграет, например. И еще он умеет изменять реальность, но это не касается Сацуки, то есть... Буквально может изменить реальность, то есть как поменяли Каваки и Боруто местами, то же самое. И никто не поймет этого. То есть Тимур, то есть... вопрос. Да. Кто тебе приборился со слов этого Индры? Что-что? Что ты понял со слов Индры? Я понял, что Шибай, он круто зашибает. Вот что я понял. Ну, это типа бог... Бог Оуцуцуки, как я слышал. Типа Это не конкретный бог, там просто много Оуцуцуки, достигших вот такого нового уровня превосходящего. И Шибай один из них. Ну, Мадара тоже, естественно, но это уже гайство. Короче, берем Шибая. Да, Мадара просто превзошел, вот дошел до уровня этих Оуцуцуки и еще раз превзошел, когда поглотил древо Шинжу. Тут интересный комментарий написали в чате. Дружище, а ты не слишком старый для аниме? А разве можно быть старым для аниме? Разве существуют возрастные ограничения? Пусть он зайдет, чекнет мой последний репост со Смайлом. Типу 26 лет. Как и мне. Ему попробуйте предъявить за аниме. Сайтама Соло. Кстати, нет, в чате все за Гоку. Ну ладно, давайте Шибая, мне плевать. Фанатов Гоку очень много. Мадара... вот и он. Мадара великий.
Феникс Бер, спасибо за подписку. Добро пожаловать на канал. Конкретно тут мы можем наблюдать форму Мадары, Тенгу, Консента и Сусано. Тенгу маску носили только демоны, обладающие особой силой в японской мифологии. Мадара Соджоба — это сильнейшая версия Учити Мадары, превосходящая любую концепцию. Одним лишь взглядом он умеет уничтожать... Можно уничтожить многомировую интерпретацию. Превосходит все. Тут, знаешь, я сейчас изо всех сил борюсь с соблазном просто выбрать справа вот эту вот чепуху просто по приколу. Мне очень хочется нажать, Очень сильно хочется нажать направо. Больше не придумал, так что мне кажется, это вообще в победители можно. Ты понимаешь, что учитывая, что это несуществующий по сути персонаж вот справа, ну это, я не знаю, откуда ты это взял, чел хорош. Мы можем ему что угодно приписать и придумать, потому что нет рамок это, вообще. Это призывной зверь Мадары Соджобу. Каждый раз, когда его побеждают, он воскресает с десятикратным апом силы. Он может изменять реальность одной мыслью и имеет красивый хвост. Правда, правда. Пишут Тентен, Соло. Одно дело смотреть аниме, другое фанатеть, знать каждый мультик. Ну, я не понимаю, о чем ты. Во-первых, я не знаю каждый мультик. Каждый мультик никто не знает. Маркиз знает каждый. Смотри, тут 10 раз 10 человек смотрит. Да, это неплохо, неплохо. Это благодаря мне. Так что, берем, да, вот этого справа. Что там в описании Мадары написано? Ваше понятие РП не существует. Выше понятия РП не существует РП, которое могло бы описать его настоящую силу разрушения. Это чел хороший его описал так. Да, да. Ягами Лайт Соло. А тут будет Ягами Лайт? Чел хорош. Тут нет, не будет, потому что слишком слабых я не беру. Ага, вот. Еркуб, ты получил ответ на свой вопрос. Так, ладно. Индра, ты сильно обидишься, если я направо нажму? Ну, докс будет. Что будет? Докс. Это что значит? Ну, типа сладкого. Что? Типа? Ну, типа сладкого формата и прочее. Вы просто параллельно разговариваете, как-то определились. О, Хоппер врывается с подарком, спасибо! Это было прикольно еще с анимацией, класс. Чел хорош, а тут один вариант Мадары или будет еще Мадара? Когда-либо украл кошелек, знает о твоих личных данных, знает все твои номера, тебе будет приезжать наряд не только юбки, но и наряд полицейских и спецназов. Ну круто, мы будем вместе этот турнир проходить тогда. Да. Чел хорош, тут Мадара в одном экземпляре или еще будут другие формы его? Тут еще есть Мадара. А, так если еще есть Мадара, тогда нахер, и чем мы вообще спорим-то? Немо... Даже выше, чем Мадара Вели. Немо Экс Машина, РП в мета плюс, мета равно мета вселенная, мета вселенная плюс равно выше предела мета вселенной. Мне кажется, чел хорош, очень, ему очень нравятся слова мета и вселенная. Вот он любит их использовать часто. А это мета молот Тора. Тор, световая скорость, разрушительный потенциал, РП околопланетарный или звезды плюс. Ну, я Тора знаю, а Немо Экс Машина не знаю. Все, что я могу сказать. Немо Экс Машина прям сильный персонаж. Он прям почти на уровне Годзиллы будет по силе. Так Годзилла на дне. Который ты пропустил, кстати. Я специально это сделал. Я еще, если еще раз Годзилла попадется, я еще раз это сделаю. Я тут... Ладно. Так что, кого берем? Мне хочется Тора взять. Он хотя бы что-то... Я бы Немо Экс Машину взял, потому что он прям очень сильный. Стэн Ли Соло. Ну, если только на небесах. Жду своих любимых персов. Вряд ли Бесаден тут будут твои любимые персы. Все-таки не забываем, кто составлял этот турнир. Так. Ну ладно, давай хрен с тобой, Немо Экс Машина. Ладно. Годзилла, Финальные войны или Железный Человек.
Бесконечные физические характеристики выше концепции характеристик превосходят бесконечную иерархию транспатофизических концептуальных ступеней. Какие умные слова. Или железный человек, разрушительный потенциал, максимум, который я видел, это континент. Ну, смотрите, мы уже брали одного персонажа, Роберта Дауни-младшего. О, Хоппер, спасибо еще за подарочки. Благодарю. Вот кто реально хорош, а не чел. Просто для сравнения, вот можно по приколу сказать, РП первого Обита не выдержит, а второго Обита выдержит. Так что, ну, тут очевидно. Ну ладно, хорошо, учитывая, что персонаж Роберта Дауни-младшего у нас уже в 1.32 будет, тут так уж и быть, я снизойду до того, чтобы Годзиллу выбрать, ладно. О, Еркуб реально базу написал, что Том и Джерри соло. Вот если тут не будет Тома и Джерри, чел хорош, в этом турнире, я буду разочарован, и Еркуб тоже. Кратос, РП в неизвестно. Или живой трибунал, очень сильный персонаж. Про трибунал я, кстати, слышал. Ну, про Кратоса тоже, понятное дело, но мне что-то кажется, что трибунал тут должен взять. Да, трибунал уже 16-мерный или около того. Окей. Потусторонний, РП в мета плюс, если по логике. Или антиспираль. Разрушительный потенциал, мета-плюс, мета-вселенная. Хочу сразу объяснить. Вселенная бесконечная, мультивселенная состоит из бесконечных вселенных, а мета-вселенная их бесконечных мультивселенных. Просто набор слов. Просто, мне кажется, чел хорош, он попытался как бы максимальное количество порядков использования слов мета и вселенная сделать. Насколько я помню, антиспираль силен только в своем измерении. Подобный. Вообще бум меха. Не, смотри, антиспираль, он же 11-мерный, если по буму считать. И сам Лейлон, и даже сами эти главные герои, типа, сказали, это же 11-мерное пространство, измерение, вселенная. И там, типа, антиспираль бедил, спокойно вычитал ее. Ну так, он же только в своем измерении сильно размер. Так это уже у него размерность имеется, это уже более высокое измерение. Там больше. Ну, в обычном RL он ничего не сможет сделать. Ну да, конечно, это все нарисовано. Ну и тем более. Не в этом RL, я имею в виду RL, ну, и тем более. В рамках самого канона. Да. Чела тут смотри, есть тот же. Нет, тут вряд ли будет тот же. Его сама суть этого всего. Ну тут, мне кажется, разницы нету, в любом случае потусторонний просто. А, ну да, кстати. Потусторонний. Короче, вы так, в чате больше за антиспираль. О, спасибо. Опа, еще. Юскрипи. Потому что и шарит за антиспираль, не знаю, потусторонний. Ну просто я вот думаю, опрос нет смысла делать, потому что все будут голосовать за спираль. Чел хорош, ты тоже за спираль, получается? Я за это, потустороннего, конечно. А, то есть вы оба за потустороннего? Да. А, ну тогда давайте потустороннего. Я, кстати, помню, когда мы проходили турнир на сильнейшего аниме-персонажа, там спиралька, по-моему, чуть ли не до финала дошел. О, Юскрипи, спасибо еще за какие-то там красивые такие подарки. Вау. Собираем на мангу, кстати, тем временем. В итоге. Ванписовскую. Думаю, соберем. Тоба Халк. Полная противоположность ТОА. Тот, кто ниже всех. РП в мета плюс. Или Мадар уничтожает всех. Так это же даже не каноничное изображение Мадара. Это какая-то нейросеть нарисовала. Я видел даже это раньше. Это Мадара выше. На уровень выше, чем у Сасуке. То есть не каноничный Мадара. Недавно новелла выходила. А, от Саджоба, да? Канон, да, недавно новелла выходила, вот я писал Дайта Куба, Киракита Араки и Масаши Кишимото. Вот это кроссовер, конечно. О, Еркуб продолжает базировать, пишет Ева Эльфи соло. Тут тоже не могу не согласиться. Там в этой новелле еще была версия Дио, у которого была горькая попка, но не было сладкого плана. Перчика. Короче, ладно, вы уже совсем не в ту степь пошли, поэтому тут выберу Мадару и пойдем дальше. А за тот Лавкрафт. Притом, это лже Халк, это даже не Халк, это просто использовали Халк, это как сосуд. То есть
это хуйня. Лучше взять оригинального Мадару, зачем подделки? А за тот Lovecraft RP в Meta Plus, надеюсь, вы прочли описание турнира. Главный герой, полувековая война, черную дыру может создать РП в здании. Ну, Lovecraft как-то более уважаемый. Юскрипи, спасибо за розочку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 10. Розочка. Целый букет роз подарил мне Юскрипи. Вот это романтика, мне это понравилось. Ну и, конечно, самый базированный комментарий в чате от Максима, который пишет, что Тимур соло. Вот с этим, кто сейчас не согласится, полетят в бан. Ой, кто с этим сейчас не согласится, у вас кошельки? Да. Они у вас как бы и так в опасности, но так это прям стопроцентная вероятность появляется. Не общайтесь никогда в жизни не общайтесь с Тимуром дольше 15 минут. Согласен. Причем общение в чате тоже считается. Короче, я беру азототом, не плевать. После первого прочитанного Тимуром смс начинается таймер отчет. Обратный отчет. И после 15 минут у вас за кошельком телепортируется стан. Сука. А, раскрыл меня, просто всю мою силу раскрыл. Спалил. Правая рука КД. РП, возможно, город, но существует в виде духовной энергии, так что преимущество. Реально правая рука, кстати, я только сейчас заметил. Причем это похоже на мою руку. Кстати, такая же худая. Это Мимикаги правая рука. Короче, когда великие кланы... Вот это, короче, в Бличе был типа бог, вот, который создал все, типа из того, что было все перемешано, короче, первый человек. Вот он все создал, и когда он все создал... немощным стал практически, то есть не мог еще уж пошевелиться и т.д. и т.п. И вот как великие кланы его, короче, на органы раздрали, вот эта правая рука Мимикаги. Или Шазам РП во вселенную. Шазам соло, короче. Окей. О, Хикухио, привет! Ну, по идее, Мимикаги имеет стагнацию, так что... Ну, хотя хуй его знает, как ему это поможет. Он же без сосуда немощного, нет? Бисаден пишет, надеюсь, моя хата не в опасности. Хата не в опасности, но за кошелек не скажу. Короче, Шазам. О, Юскрипи, спасибо еще за подарочки. Какой прикольный стрим получается. И зрителей 10+, и подарочки летят. Спасибо вам большое. И за 13 тысяч лайков тоже. Кайзер Гидора, Мета Плюс или 1 почти на равных сродился с Целестиалом. Разрушительный потенциал, Звезда Плюс. Че, выбираем одного? Вообще, смотри, Кайзер Гидор, он не такой сильный, потому что у него скорости нету нормальной. Тогда один получается. А вот Один, он просто на скорости. А у Один камни бесконечности. А, да? Серьезно? Даже не знал об этом. Да, у него были камни. Ну окей, тогда один. У него, по-моему, и в фильмах тоже камни были, он же... Ну не все. Тессеракт, не все. Красный камень, я помню, как называется, и... Еще какой-то камень. В фильмах у него в Асгарде сама перчатка находилась, и какой-то, по-моему, такой красный камень был, который один, и все, по-моему. У него в Асгарде, типа, давным-давно был Тессеракт, он его на землю отправил. Был красный камень, который отжали у темных эльфов, а перчатку выковал, типа, Танос на звезде, ее не было, типа, и еще какой-то камень, сейчас нужно вспомнить. Дум из... Один камень был Локи. Камень души, камень реальности там. Из текстовой информации он имеет РП во вселенную, из показанного РП в здании. Или Броли, очень высокие физические характеристики. Справа кто-то из Dragon Ball опять, судя по дизайну. Да. И чё, и Броли. Кто? Нет, в чате все пишут Дум. Броли из ДБЗ, который слабее, чем какой-нибудь Курилин из ДБС. Просто, ну, такой рофл получился от автора ДБС. Пишут в чате, что Doom. Вы согласны? Ну, вообще, по-моему, по фильму, который не канон, да, ну вот Броли криком что-то типа вселенную распаячил, было такое. Не знаю. Я не смотрел, я просто с первого платформа по фильму взял Броли. Я только фильм 2017 смотрел, или 2018, не помню даже год. Ну там каноничный Броли, а вот это старый, который Dragon Ball Z, ой, Z, как это, Z.
Короче, ну... Давайте просто Дума возьмем. Да, Дума возьмем просто и все, не будем разбираться. Гик, гих, РП в мультивселенную плюс или Стив креатив, если шарит за игру, можно знать и сюжет Стива, а это мультивселенная плюс по РП. Я Майнкрафт выбираю. Тоже актуалочка, недавно вышел трейлер фильма Майнкрафт, потрясающе, очень жду, поэтому давайте-ка Стива. Там Стив. Ну вообще Стив, да, сильнее. Там в описании игры в конце, там есть описание, ну короче, сильно Стива. И в креативе тем более. Ну, короче, это просто очень жесткий тим. Хикухио, спасибо за огонечек. Рад, что ты присутствуешь на стриме. Спектр смог даже Супермена остановить. Или, подождите-ка, Сатору Годжа. Ты же ЖЖК смотрел? Обращается прошлый Челхорош ко мне настоящему. Тогда знаешь, на что он способен, да? Правда, в каноне, по-моему, он факт не показывал. Да, я и смотрел, и читал, я знаю, что Годжа это был звук довольно бомбый. Спасибо, Нарек, за я подарочек. Помню, а, Годжик. Он же не показывал. Там в манге всегда рисуется пробитие звукового барьера. Но тогда Годжик, нет, он такого не показывал. И там был момент через маки, который реагирует на трехмахнул вот эту херню, я не помню. В манге что-то такая там муха летала, там тримаха имела. И вот там через нее аналогия с тот же, а Годжи там на тот же, с тот же наравне сражался после уже своего воскрешения. Так что, Годжи берем да, тогда? Да, эта махина, она же только по прямой три маха имеет. А она там по диагонали ехала, и маки типа от него отпрыгнула, и в другую сторону переехала. И когда он поворачивал, она на него упала и ударил типа, по голове его. Короче, я Годжи беру. Я помню, он еще врезался в нее на полную скорость, типа она не урячила, не? Вы мне надоели, я Годжи беру просто и да. Все. Ну, Спектр тут явно выигрывает. Йокса Год, Йокса Тот, вне сна Азатота, РП в мета плюс или Карс. Ха-ха, Карс, вот да, его я уже знаю. Новелла имеет всемогущество и тому подобное. Это не тот Карс, кстати. В смысле не тот Карс? Чтоб ты понимал, Тимур, это Карс, Карс перерождался или что-то такое было, короче, со вселенными. Да, это у него все станды. И на Луне сидел. И вообще все станды, что были, короче, есть. И они не простые, они еще прапаны там. Ну, не буду говорить, каким именно образом они прапаны, а тут тоже спойлер. Я что-то хочу Йокса Тота, потому что Лавкрафт это классика, это надо уважать. Йокса Тота только чуть слабее. Ну мы Азатота брали это уже. Чё, думаешь, вывезет? Этот Йокса тот сильнее. Тут явно выбирает вас. Бисайлент, спасибо, что присутствовала. Жаль, что у тебя лаги. Но в другой раз еще получится, надеюсь. Короче, ладно, Йокса тот. Вот эта версия Карса очень похожа на Мадару. Тоже бессмертный. На Мадару в базе. На Мадару в базе. Ну не, в плане имеется в виду, если там не по силе он не сравнился, да. Но вот имеется в виду то, что у него тоже все обилки версы и генерация, вот они примерно похожи. Творец, вроде кто-то говорил, что он и есть Физарин, но я не верю, очень сильный РП в мультивселенную и около того. Или Тень, нечего сказать, его часто завышают, но таких уровней сил я не увидел в игре. Хикухио очень топит за Тень в чате, но Омега за Творца. Вы что скажете? Я вообще я Shadow Fight давным-давно играл вообще просто. У нас имеется Тень, который там выше физики, но это все там, не знаю, максимум 4D может не подать какой-нибудь. А Творец, он там на уровне Физарин почти существует. Ну давайте но Творца. Выше физики, если его скайлить через теорию струн, то там 11D выйдет. Но хотя теорию струн на ПД через струны. Спасибо Хикухио за подарочек. Ты понял, да? Типа, по теории струн там минимум вселенная 10-мерная, да? Не может иметь меньше, чем 10 мерностей. А тут он типа превосходит всю физику, значит, получается он 10-мерный, понял? Антимонитор. Поход. И не похож. Поход на Таноса и Дарксайда. Только он уничтожает обоих. Разрушительный потенциал мультивселенной. Или Галактус, ну, РП в Солнечную систему. Ну, Антимонитор, я слышал, что очень мощный. Даже вот на стриме ты, чел, хорош рассказывал про него. Да, Антимонитор, он да, вот я рассказывал, он просто все DC, это, ну, потеряет вселенную. Он устраивал поход
на Таноса и Дарксайда, так что ладно, антимонитор. Анус. Это вы еще прото-видеокарты не видели. Анус, слабак, мультивселенский РП или Вергиль, не помню, как пишется его имя, довольно сильно забыл, на что он был способен. Верджил. Верджин? Ну, имя произносится как Верджил. Ну, я буду называть его Верджин, короче, Верджин или Анус. Можно просто Виталия, в фандоме тоже написать, типа Виталик. Ну, что, Виталика тогда берем? Или Ануса? Мне, ну, чисто, ну, я, честно, шарю только за Виталика, а за Ануса не сильно. Давайте-ка вот этот чат спросим. Давайте чат. Я за Ануса и за этого Вергиля не шарю. Омега пишет, что я Вергиль. Я знаю, что души, даже души ДМС имеют девятимерную структуру, а, но я еще слышал, что у Ануса там что-то типа меч 20 литров, типа, хуйня. Да-да-да, было. Что-то все заткнулись резко в чате, когда так нужны. У меня, ну, чисто, но если мне выбирать, я бы выбрал Ануса просто тупо из-за угарного имени. Мне просто хочется еще в 1.32 встретить Ануса и назвать его так. Ну, Юскрипи тоже за Вергиля. Вергиль. Если, смотри, Тимур, если тут Виталик с пластиковым стулом, то у Ануса нету шансов. Юскрипи, ты определись, ты написал и Вергиль, и Анус. Ты уже-то что-нибудь одно. Ну, как будто большинство за Вергиля. Так что, ну... Ну, давайте Вергиля. Я просто помню, что у нас тоже во время турнира на сильнейшего аниме-персонажа тоже там Анус очень далеко пошел против спиральки. Анус смешнее, ну да. Я думаю, если бы здесь был Маркиз, он бы топил за то, что Вергиль. Да, он у него даже на аватарке стоял. Не, мне кажется, Индра будет немножко против того, чтобы сюда приглашать Маркиза. Не, я не говорю сюда приглашать Маркиза, просто Маркиз был бы за то, что, типа, Вергилий. Ну да, да. Так, сейчас. Ну, как мы знаем, Маркиз никогда не прав, значит, да? Окей, ладно, давайте... Ладно, Анус, все. Думсдей, как Супс. Или Войд Гидора, трехголовый монстр, бог разрушения, ангел смерти, монстр Зеро, мета плюс. Я за Думсдея. Он Супермена убивал. Ну да, он убил Супермена. Ну тогда Думсдей. Наруто! Нифига ты еще выбрал Наруто в виде ковбоя с какой-то там арта дополнительного из манги. Прикол. Это обложка. Обложка. 60 какой-то там был. 686. 60, подожди, сейчас. 67-й том вроде. Возможно. Так тут на фотографии написано. 686-я глава. 86-я глава. Я про том. А, том, но тут нет. Ну, в одном... Это 69-й том должен быть. Или 60... Или 70-й. Не, смотри, по логике в одном томе... В одном томе 60... В одном томе 10 глав. То есть 866-й... Ну, типа 69-й том, наверное. Если так поделить. Какая та... Игра? Какая? Где какая игра? Я не понимаю. Помню, играл когда-то в эту игру. Была игра в Роблоксе про Джоджо. Раньше хайповала, сейчас скатилась. Ну, короче, я за Наруто. Это удар. Смеющийся Бэтмен. Сказать нечего. РП в мета плюс. Или Челик прикольный. Быстрее света, двигается крутой. Я за прикольного Челика. Тут даже без обсуждения. Хаджу. Быстрее света, потому что он тень пострелил, Тимон. Хаджун, РП в мета плюс, или Человек-паук, разрушительный потенциал на уровне вселенной. С каких пор у Человека-паука РП на вселенную? Интересно. Это разве не Карнаж? Нет, костюм это вроде Человека-паука. Это Человек-паук с силой любви, так его звали его. А, это что, не похоже, не знаю. Давайте Хаджуна возьмем, чтобы хайки порадовать. Тут в чате пишут Хаджун. Самурай 8, да. Он из этого Масады, который... В чате за Хаджуна. Самурай 8, который тоже Кишимото писал, Джено. Не-не-не. В Самурай 8 там роботы такие вот, а это Масады, значит, другой версия. Это новелла, может, это лайк новелла. Короче, давайте Хаджуна, мне что-то не нравится здешний Человек-паук. Ну, у него сила любви, понял. Мадока, нечего сказать. Мадока. Или Король душ. Это Шибай, во вселенной Блича. Что? Если
совсем, Тимур, Шибай ему нельзя что-то, ну, Шибай, чем это, Рейо нельзя дать что-то такое крутое, потому что он, типа, взял и разделил один мир, в котором замешано все, типа, и смерть, и жизнь, там, и старение, и там, и т.д. и т.п., короче, вообще все, все концепции в одном мире он взял и разделил на три мира. Чисто там общество, сообщество душ, ну, еще ад есть, реальный мир и, ну, забыл, как его, где пустые. Last ночи, ой, нет, ну, ладно, пофиг. Так и что, Мадока или Король душ? Ну, особенно, мы же фандом Наруто. Мы фандом Наруто, значит, мы автоматически против Блич Верса. Выбираем Мадоку. Да, пошел он. Ладно, понял. Билл Шифр, о, прикол. Вообще, в этой самой форме Король душ слабее, чем какой-нибудь Кинджу. Прикол, у меня на стене, я показать не смогу, потому что темно, но у меня на стене... Один в один такой же плакат с белым шифром висит. Один в один. Причем уже довольно давно. С белым чем? С белым шифром, который из Gravity Falls вот слева здесь. Спасибо Кикухио за подарочек. А я забил шифром. Да, мне тоже. Я флеш реально переоценен. Я забил. Он реально сменял вообще-то. Оптимус Прайм, вселенский разрушительный потенциал или чужеродное существо крайне могущественное. Давай, чел, объясняй за чужеродное существо. Ну, смотри, он сильный, но Геркулес почти проиграл. Или Геракл, я не помню его имя. Я Оптимус Прайм. Геркулес — это сын богини Солнца, Геракл — это сын Зевса. Да, вроде. Но это Геракл, он даже тому же Годзилле в комиксе проиграл. Так что, берем чужеродное или Оптимуса Прайма? Оптимус Прайм с матрицей лидерства. Будет прикольно, если Оптимус Прайм встретится в следующем этапе с Мегатроном. Будет интересная пара, мне кажется. Ксено Гоку РП в мультивселенную плюс или Йогири РП в мультивселенную плюс тоже. Вообще у меня ощущение, что это тип какой-то из какой-то хентай-манги просто... Хочу, хорош, прикольнулся и вставил его, понял, типа. Это иссякаем, всегда такая весом. У Омега пишет, что Йогири. Да, постоянно такие левелы большие, типа большие. А постоянно херня. И они сказали, что именно через эти романы. Через новеллы только одно. Да, да, да. А еще меня бесит то, что там сила из воздуха постоянно. Какой-то интересно смотреть. Ксено Гоку или Йогири? Давайте выберем и пойдем дальше. Это окей, прям ладно. Легенда. Это из ДБДЖТ. Ты смотри-ка, третий раз Мадара, что за дичь? Причем это снова сгенерированный нейросетью, просто какой-то арт левый. Или Джордж Джостер, только в новелле существует, вероятно, высокая размерность. А, это который сын Джонатана и отец Лизы, да? Если я все правильно помню. Я уже не помню, я... Нет, про аниме тоже упоминалось. В аниме, я помню, он упоминался тоже во флешбеке, когда Спидвагон этому черному рассказывал. Лиза, это его сестра, Лиза, это сестра его, я помню. Ну, короче, ладно, Мадара, окей. Подожди, какая сестра? Нет, это... Нет, я же читал, типа там Лиза была, и этого Джорджа булили в школе. А потом Лиза пришла и типа всех отминала, как его сестра. Короче, с этим потом разберемся. Тут очевидно Мадара. Давайте пойдем дальше. ПБ Ширама. То есть любой человек в чате сейчас, да, и в Дискорде. Или Зену РП во вселенную. Не, ну я, конечно, мог бы по угару выбрать ПБ Шира, но я возьму Зена. Приколюх уже хватает. ПБ Шир, стой. Не, уже все. Darkseid РП в мультивселенную или I am the I am РП в мета плюс. Че справа вообще? Что это за I am? Это из книги, там, короче, прям много-много книг раз есть. И это прям жесткий челлендж. Я думаю, что он один из самых сильных вообще во всем фикшене. Я бы именно его сейчас взял. Хикухио, спасибо за подарочек. Чел хорош, раз уж ты говоришь, ну и тогда ладно. Тимур, заметь, какой прикол. Типа вот это существо.
Рождество, МЗМ, похоже на ангела, там как будто на рай, что-то такое, да? Ага. А тут типа второй, это Dark Side, да? Буквально переводится как темная сторона. И я выбираю он, между кстати, светлой и темной стороной. Страх, концепция уныния, страх, все такое вот. А это свет. 5 монет стоило, спасибо Хикухю за подарок в 5 монет. Сегодня ты очень щедр. Он же в этой сфере богов существует только. Только в сфере богов, даже не в сфере монитора существует. Десятихвостый РП в горы или световой челик из One Punch Man РП в здании. Ну да, десятихвостый, понятное дело. Кагуя. РП, возможно, планета или Marvel Godzilla РП в здании плюс. Ну что, давайте Кагую, бабку нашу любимую. Она может передать контроль Матаре и тот Да-да-да-да. Понятно. Лоба может победить только он сам РП во вселенную или Акута РП в мета плюс. Кто такой Акуто? О, Лоба легенда. Лоба легенда, согласен. Да, мне Лоба тоже нравится. Но только мне не понравится комикс, где Шатан смог его победить все же. А как вы относитесь к вероятности того, что Джейсон Мамоа может в новой киновселенной DC сыграть Лоба? По-моему, потрясающе. Был Аквамен, станет Лоба. Ну, было бы прикольно, если бы его сыграл Андрей Смайев. Вот тогда, мне кажется, отличное телосложение для Лоба. Ты устанешь сердечки делать? Нет, Хикухио, я не устану. Если на твои подарочки, то не устану. Лоба сожрет, но Сай тоже норм. Короче, давайте Лоба. Гора Бога, бесконечная сила и тому подобное, РП в мультивселенную. Или Титаны Варкрафта, РП в галактику, возможно, вселенная. Что скажешь, чел хороший, объясняй. Я, ну, Гора Бога тут объективно победит. Потому что, ну, Гора Бога, она создала мультивселенную и уничтожила ее. Блин, я только сейчас заметил, что даже здесь внизу Годзилла какая-то опять изображена. Что ж такое? Да-да-да, кстати, это Годзилла, она потом убила этого бога. Ну-ка, ладно, давайте гору бога. Джимен. Это же аватарка у меня в Дискорде новая, это же я. Вообще, без рофла. Джимен, если из Гаррис Мода, то это очень люди делают. Короче, мы уже брали Супермена, поэтому я предлагаю реально взять Джимена. Мне хочется Скибиди Туалет пропихнуть вперед. Я вообще согласен, что это Джимен, потому что тут не написано, то, что это какой-то Скибиди Туалет, а просто здесь картинка. Если это Джимен из Гаррис Мода, то да. Кстати, я вспомнил, что мы с тобой, чел хорош, в последний раз в Дискорде на стриме собирались как раз, когда смотрели Скибиди Туалет. Символично. Да, Люцифер, РП... А мета плюс или Годзилла, МД, бесконечные статы, ну и так далее. Что, Люсю? Или... Ну и я тогда за Люсю. Диабло довольно силен или Мху РП во вселенную? Кто такие? Вообще без понятия. О, спасибо еще за подарочек Хикухио. Процент силы этого, как его звали, молекулярного человека, кто это был сейчас? А Диабло это за... Давайте Мху, он просто прикольнее выглядит, какой-то забавный дед. Алый король... Алый король, РП в мета плюс или скоро зима? Ну, по факту скоро зима, давайте все вместе согласимся с тем, что сегодня 20 сентября... А это объективно означает, что скоро зима. Поэтому спорить я тут не вижу смысла, поэтому, ну, реально, зима. Целестиал, безграничная сила. Или Джокер, минует физику, мироздание под себя, тем самым изменив всю вселенную. Откуда у Джокера такие силы вообще? С чего вдруг? Что он тут делает? Я не знаю. Смотри, он даже смог спектра себе починить. Он спектра себе починил. Он всю вселенную... Знаешь, он планету в кубики превратил. Максим тоже пишет Джокер. Че, мы реально возьмем Джокера сейчас? Да, ты хотел, он же там вкладывает. Он даже этому разрушителю с Одином чуть не снился. Ну ладно. Сай... Вот и он,
Вот и наш лысик. Сайтама, РП в планету, возможно, в мультигалактике, либо мысли бот, где-то я слышал, что он находится в субботе. А, СБ, сфера богов, я привык читать СБ как суббота. Так что это может быть дать мета плюс РП. Давайте Сайтаму. Супермен уже есть в 1.32, давайте Сайтаму. Максим пишет Сайтаму. Вот сильнее будет, он же в СБ существует. Мне плевать. Сотрёт. Нет, ну... А зачем ему стирать струку? Он же просто... Его мультивселенную просто взглядом уничтожил. Ну вы не считаете справедливым, чтобы... Да? Чтобы Сайтама хотя бы в 1.32 прошел? Учитывая, что, блин, вариант Супермена уже есть. Его лысина победила. Его лысина победила мысли бота. Да, давайте так посчитаем. Это главный рекламодатель. Это шоу. Алукард, бессмертие за счет души, квантовой бессмертие. Или Дио, Овер Хевен, манипуляция реальностью при прикосновении. Я так понимаю, я снова себе заспойлерил, да, Джоджо? Это из игры. А, понятно. Но каноничный. Как бы мне не нравился Алукард, но повесомее аргумент у него. У Алукарда? Он вездесущный, Дио. Дио просто после. Ладно, Алукард. Да, он даже коснуться не сможет этого. Да, он не то... Он не то что коснуться, даже его таймстоп будет ничем для Лукарда. Он буквально ничего ему сделает. Яхва из DC, РП в мета плюс, или Римуру, нечего сказать, РП во вселенной, РП это уничтожение объекта. Римуру, кстати, я тоже помню, он у нас далеко заходил в турнире на сильнейшего аниме персонажа. Спасибо Хикухио за подарочек еще один. Фимбой, так что... Тимур, Римуру у нас отчасти фимбой, так что выбор остается за тобой. Даже в рифму. Сказал. Я Яхва бы из DC взял. Он же почти как этот Вер будет. И он же еще свои силы передал от Вики. И да, могла вот это мироздание, короче, контролировать. Ну давайте Яхвы, ладно. Сегодня без фимбойчиков, к сожалению. Тоа, тот, кто выше есть? Всех. Разрушительный потенциал мета плюс. Или Гильгамеш, нечего сказать. Я слышал, вот мне Маркиз доказывал, когда скидывал этот сайт с ПБшерами, ПБшерский вот этот сайт, что Гильгамеш это вообще сильнейший персонаж из абсолютно всех придуманных когда-либо во всех версах. Он прям жестко топил за это. Да, я же говорю, Тимур, Маркиз просто очень-очень больной фанатик. И это не единственный такой экземпляр. С такими нужно поосторожнее. Мало ли, а то у них приступ случится, да. Не, я, кстати, Маркизу вот сейчас написал в личку о том, что спорит. Стрим идет, поэтому если он прочитает, он может и присоединиться в какой-то момент. Если он попросится, я ему доступ дам, мне будет интересно. Он причем про тебя абсолютно то же самое говорит. Вы почти одними и теми же словами высказываетесь друг о друге. Короче, берем Гильгамеша или Тоа некоего? Давайте Тоа возьмем. Нет, Тоа очень сильный. Ну ладно, окей. Это буквально авторская книга. Параллакс, не знаю, что сказать, или Борос, как подтвердил автор РП в поверхность звезды. Борос это, по-моему, тоже из... или нет? И откуда Борос? Я забыл. Это... Ван Панчмен? Это тот челик, который сначала на корабле с Сайтамой игрался. А, да, одноглазый такой, да? Да, 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 помню, да. Раб, короче, ага. Борос или Параллакс? Да, не-не-не, типа, Борос раб Гару, а Гару раб вот Мадара уже, базово. Борос или... Ну, Параллакс это получается? Параллакс, конечно, не знаю. Борос, вот, типа, вижу, что Борос сильнее, чем Гару. Это же очевидный бред. Сайтама там адаптировался к силе Гару бесконечно раз, то есть... Очевидно то, что после сражения с Боросом, если бы Борос был сильнее, чем Гароу, у Гароу бы не было шансов против Сайтамы. А тут Сайтама начнется, Гароу и становится автором интервью насчет этого Бора. Он сказал, типа, монстр Гароу, то есть то, что в первом и втором сезоне, будет равен по силе этому Боросу. Только скорость. Ну я согласен. То есть просто Гароу уже там... Ну не сильнее, да, они равны, то есть видно там Сайтама опять же, они равны. Дальше там Гару уже получила силу от Бога.
слуга. Мачо Мэн, самый слабый во всем топе, самый переоцененный среди всех персонажей, или A Space Godzilla РП вселенной. Ну тут я готов тебе уступить, в принципе. Мачо Мэн мне тоже никогда не нравился. Годзилла, короче. SCP 5650 мета плюс. Тебе придется объяснить это, чел хорош. Или Мадара опять. Ты зачем столько Мадар сюда? Сколько еще будет Мадар? Это четвертый Мадара. Я тоже не понял насчет этого SCP. Я в ТикТоке вижу, с кем-то сравнивают. Картинка рыбы просто. Пишут, что он капец какой сильный. Я вообще не знаю, это роб какой-то. Видимо, да. Мне кажется, это да. Мне кажется, это мега рофл просто. И я сейчас тоже выберу рыбу, потому что, блин, Мадару мы уже 2 раза выбирали, сколько можно. Давайте рыбку. Дуратан. Силен за счет способностей, как пример существования в виде духа, манипуляции материи, предвидения и тому подобное. Или Гароу, уже обсуждаемый сегодня. Разрушительный потенциал околопланетарный. Возможно, мультгалактический. Приставка мульти означает множество, то есть скопление галактик. Ну что, Гароу берем? Короче, Гароу давайте возьмем просто и все. Да, давайте. Амнимен. Разрушительный потенциал на уровне планеты, возможно, спутника. Или Шинра. Не сильно в нем разбираюсь. Что за Шинра? Явно не Тенсей. Шинра это из пламенной бригады пожарных. Ага. И че он сильнее Амнимена? Берем Шинру. Окей. Итак, у нас последняя пара первого этапа спустя 1:16 стрима. Бог ОПМ не сильно раскрыт. Или Соник бесконечная скорость, разрушительный потенциал достигает вселенной и выше. Чё за бог ОПМ? Ну, бог ОПМ это вообще, по-моему, манга, нет? А Соник он просто безумно сильный. Вот я тоже. Уже именно от бога силу получил изначально. Нет, вот конкретно вот эта фотка, типа, была фан-манга, где Сайтам с этим большим богом физится, но это типа фан-манга. Короче, давайте я просто выберу более понятного и известного Соника. И между первым и вторым этапом я сейчас вынужден буду сделать перерывчик. Мне надо сходить в туалет. Я сейчас нажму на кнопку, дальше появится следующая пара. Вы пока ее обсуждаете, а я вернусь. И вы уже результат мне дайте. Какая бы там ни была пара, вот сразу говорите мне кого. У вас есть там пара минут. Итак, я вернулся, давайте мне ответ. Алукард или Голб? Тимур, тут такая ситуация, они уже подрались между собой, ты видишь, да, вот на картинке с Голбом, это вот среди этих кубиков Лего, там один из них это Алукард. Хороший ответ. Да, окей, Голб. Так, что там в чате написали? Голб, минута молчания. Вы что, молчали реально все это время? Сразу пара поеду, ну, ладно. Блин, ладно. Антимонитор,
который устраивает походы на Таноса и Дарксайда, или Азазот из Лавкрафта? Я за тентакли. Я, кстати, тоже. Это похоже, знаешь, даже не на тентакли, это похоже на спагетти, вот лапша, кусочки мяса, только вот черно-белые. Да, да, и причем это прослеживается во всех произведениях Говарда Лавкрафта, я читал. Дагон, там были такие существа. Были такие же существа в Дэмиджном Кошмаре и Зов Тупа, даже такие существа были. Да, да. Ну что, да, чел хорош, ты согласен, что мы берем тут тентакли? Да, выше СП будет, но все равно сто сильнее, если не Азатот. Ну а зато ты увидишь, как ты видишь. Ган? Как тебе здесь, я почти не видел. Ган или Абс? Ой, ну тут, блин, я не хочу Ганом терять сейчас. Ну, это жестокая игра, ты сам ее создал. Это из романа Стивена Хокинга? Стивена Хокинга, да-да-да, ты все правильно сказал. Так и есть. Он так себя представлял, типа, здоровым. Это из Темной башни, который. Да. У него усы держат, она... Так что, я так понял, АБСС... Абцесс. Аб... Ну, да. Ладно, Грей, давайте. Шибай или рыба? Ну, насколько мы знаем, Боруто Верс очень-очень слабый, там даже слабее, чем рыба. Давайте вот. Рыбу, это, да. Это та самая рыба, которую поймал пятилетний Наруто и пожарил на костре. И которую потом, да, у него украл Хирузен и сожрал. Да, да. Окей. И вот эта самая рыба сильнее, чем Шибай. Челик прикольный или Физарин? Давайте подумаем. Ну, я большой фанат Клинта Иствуда, так что... Да-да-да. Тем более тут, типа, есть чел хорош, который добавил челика прикольного. Есть какая-то преемственность в этом. Какой-то шарм такой вот. Гар-О. Вот это прикольно. Гар-Оу или Шазам? Блин, мне очень жаль сливать Гар-Оу. Это один из любимых персонажей в аниме. Кстати, у Андрея Смаева тоже это один из любимых персонажей. Чё за Андрей Смаев, про которого ты постоянно говоришь? Шазам, он же сингулярный. Потом завтра ты просто выпадешь. 26 лет текут, и его увидишь, ты с него выходишь. Окей. Ну, давайте Шазаму, ладно. Ну, так Шазам, да, сильнее. Стив Шазам или Зену? Шазам очень регулярно с обычными ударами. Он даже хотел Тербой Праймову вывести. Да-да-да. Не, Зену, кстати, очень сильно переоценивают все. То есть, ну, Стив в креативе его ничего не просто угрожает не всегда. Чё, ты предлагаешь Стива? Он может просто команду прописать, типа, Кик, Зену, именно там, Инреал... и все, нету Зена, типа не прочу. Или забанить его просто. Забанить? Охренеть, прикинь, ты персонаж, который побеждает всех, просто ты можешь забанить кого угодно, с каким бы сильным он ни был. Да, это прикол. Реально можно команду угадать. Там слэш-бан. Ну давайте, окей, Стив так Стив. Супермен или Мху? Если бы вот смотри, в оригинальных историях Супермен всегда обычно проигрывает. Подождите, прикиньте, в прикиньте. В последних комиксах, которые я читал, там Супермен смог дать нормальный отпор Мху и даже победить его. Вы знаете, кто даже сейчас Супермен. Знаете, кто сейчас в чат зашел? Спасибо Хикухио за подарочек. Не он, наконец-то Максим. Нашел способ зарегаться в ТикТоке и зашел ко мне на стрим. Добро пожаловать, не он. Очень рад, что ты теперь... Не только на Твиче и в Дискорде сможешь присутствовать, но и здесь. Завтра, кстати... Можно помнить, чьи силы там МКУ обладал? Процент чьей силы имеет. Завтра я стрим на Твиче будет. Я не знаю. Но он Барк-то реально с ними. Он может стримить. По-моему, он... У молекулярного человека или у кого-то. Короче, у него там что-то 3% силы или что-то такое было. Кстати, не он, не он. А вообще пул силы он МКУ забрал. Сейчас я даже ненадолго отрублю. Не он. Блин, я отрубил только у себя или... Не, вроде на стриме тоже не должно быть слышно. Короче, тут можно дарить подарки, как делает это Хикухио, возьми пример с него. И эти подарки, в принципе, я могу засчитать в качестве донатов, ну, если там сумма наберется. И, короче, если ты мне сейчас задоначишь подарков на 2000 рублей, типа в эквиваленте, посчитай, сколько это должно быть. Я завтра 4 серии посмотрю Джоджо. Вот так.
Короче, вот. Такой щедрый. Да. Всего лишь 2000 рублей, я посмотрю 4 серии вместо 2, по-моему, разумное предложение. Супермен, короче, не, берем, я, да? Я ему даже лучше предложу. Да, ну, в принципе, Тимур, ты мог украсть его из кошелька, так что это даже просто подарил 2 серии, считали. Не, я даю ему шанс. Даю ему шанс добровольно мне эти деньги отдать. Даю выбор. Я могу посмотреть весь сезон тоже первый. Я могу тебе скинуть 500 тенге только на лечение. Так чё, Супермен или МХУ? Короче, один прикол. Вот этого типа, видишь, он, короче, довольно серьезно сильный, да, но он любит прикалываться, такая херня, да, поиграть, да. И один раз его, короче, Джокер, его же игры перехитрил и сбизил у него силы. Короче, Хакигухи спрашивает, что я смотрю на Твиче. Я смотрю Джоджо на Твиче. Ссылка есть в Дискорде, ссылка есть в топлинке в описании профиля. Здесь, в общем, найдешь. И, если что, можешь разлетать. Да, завтра буду. Супермен. 200 мегабайт интернета. Я даже с VPN не могу эти подарки купить. Ну смотри, не он. Ты изначально не мог TikTok скачать. Но потом ты его скачал, получилось. Потом ты не смог его открыть и зарегаться там. Но ты зарегался, и у тебя это получилось. Значит, что ты можешь рано или поздно, ну и подарки тоже купить. Ты двигайся в этом направлении. Ты, как бы, я даю тебе мотивацию, потому что если у тебя получилось скачать TikTok и зайти в него и попасть на мой стрим, все в твоих руках. Не он, не он. Я верю в тебя. Ты сможешь. Не слушай его. Я сейчас звук выключу у Индры. Короче, давайте Супермена пофиг. Все в чате пишут Супермен. Юскрипи получает значок дарителя номер 1. Вау, спасибо за подарочек, Юскрипи. Вы прям соревнуетесь, кто больше мне подарков задонатит за сегодня, но я вам всем благодарен. Вот, я даже такой же жест сделаю, как на этом подарочке. Соник или Параллакс? Вы в Дискорде сидите? Да, мы в Дискорде, но мы сидим в закрытом канале, потому что, чтобы слишком много людей не было, я доступы даю отдельно на один раз всем. Ну, давай, все равно ты завтра в Дискорде будешь со мной на Твиче сидеть, поэтому тут, я думаю, пока что на первый раз можешь и в чате ограничиться. Параллакс, да? Смотрите, Параллакс, он же... Параллакс, он... Я вообще не знаю, знаю ли за него. Я просто так его добавил сюда. Я думал, что кто-то отсюда будет его знать. Нет, ты ошибся. Ну, давайте Параллакс, он выглядит мощнее просто. Творец или Йоксатот? Не, ну Соник, он тоже прикольный. Я уже свой выбор сделал. Ой, вот это сложно, так сложно. Ну, рассуждай. Я пока мышку поправлю, но что-то она не работает. Единственный персонаж версии Лавкрафта, только Йоксатот не существует. В снах Азатота. И что это значит? То есть он может, а? То есть он может почти на одном уровне реальности существовать с Азатотом. И даже на одном уровне реальности. То есть может быть это Азатот. Вообще все, что происходит, вся реальная. То, что есть, это сон Азатота. А Йоксатот это тот самый тип, который пьет сон. А, прикольно. Так что, выбираем тогда его? Не он пишет, 53 мегабайта из 200 потратились, я скоро пропаду, если не найду новый рабочий VPN. Посоветуйте Неону, пожалуйста, рабочий VPN, чтобы он мог хотя бы до конца стрима досидеть, а то будет обидно, если он только попал и сразу же вылетит. Короче, давайте Йоксатота просто и все. Тут даже арт поприкольнее. Пусть мне в ТГ напишите, я могу скинуть. Вот, не он, слышишь? Зайди в Дискорд, найди там Индру, напиши ему. А хотя у тебя же через Дискорд не получится твой ТГ. Короче, скинь в базу ссылку на свой ТГ, Индра. А ты, не он, зайди и напиши ему. Ну, в общем, напиши, чтобы он нашел. И все. Скоро зима или Годзилла финальные войны?
Не, ну скоро зима, вот я уже объяснял, но это по факту так. Я не знаю, что может противопоставить Годзилла тому факту, что скоро реально зима, ребят. Уже конец сентября. Так что... О, Максим, приятного аппетита тебе. Симку за казахскую нужно, да. Один или анус? Это Один, надо ударение на первом ставить. Я знаю, я не хочу. Еще раз, один или анус? Ну, знаешь, анус тоже можно через О произносить, как написано, но я же так не делаю. Я же его анусом называю. О, спасибо за Нарик, за подарочки тоже. Ух, хороши, хороши. Вот что значит давно не выходил в эфир в ТикТоке. Соскучились по мне, вижу. Так что, кого выбираем-то? Смотри, это нет, это из-за того, что это мой турнир все ждали. А-а-а, понятно. Почему-то, когда до этого я три твоих турнира проходил, такого актива не было. Они, когда их было много, никто меня не ценил. Когда вот ты пропал, что они сразу в моем. Скоро мое ДР. Когда у тебя ДР? Мое ДР скоро вообще-то, не он. Че он написал? Че, кто, куда написал, я не понимаю. Короче, давайте я одного выберу просто и все. Анус, конечно, прикольный, но один это мощь. Я скинул вот это что. Мое 8 января. Нифига это не скоро, это в следующем году не он. А мое уже через сколько там? Через 2 недели? Даже меньше. Нет, больше. Короче, да, почти через 2 недели. Бен 10 или Доктор Странный? Мне кажется, Бен 10. Прикольно. Короче, очень жестко. Ну да, и в чате все пишут, что Бен 10. Поэтому Бен 10. То АА или СС Гоку. Ну ладно. Ну СС Гоку это тот самый тип, который я в своем труде сравнивал с каналом. Знаешь, у него нету шансов. Не он смог обмануть ТикТок, пишет, что если зайти на компе с моего VPN и выключить его, то мегабайты не тратятся, а стрим продолжается. Вот видишь, я же говорил, ты таким образом и подарки сможешь дарить, понимаешь? Ты же смекалистый, не он, ты же умный, ты же все можешь. Вот ты еще чуть-чуть, и я уже чувствую, что ты сможешь открыть способ дарения мне подарков. Температуру мерить начал, ставки, что? Кикухио, что с тобой? А, ты же больной. Надеюсь, она в порядке. Короче, давайте то АА. Потусторонний или Наруто? Ну, потусторонний, я думаю. Без шансов вообще. Наруто соло фильм. Вот Твини подтвердит твои слова. Кто подтвердит? Да. Твини, я думаю, что это ББЖ зайдет. В чате реально делают ставки на то, какая температура будет у Хикухио. Капец, вы его не щадите. 37,8. 37. Короче, я выбрал потустороннего. Кстати, у меня же там 6 тысяч ганов в офлайне, да? Или сколько там? Хагорома или не помню имя. Давайте просто Хагорому возьмем. Да, я тоже за. Мадока или Мегатрон? Он обладает более 10% от силы господина Мадака. Мадока или Мегатрон? Да. Но я бы хотел Мегатрон, потому что здесь дальше будет опыт правильный, я бы поставил. Ну ладно, да, согласен. Все за Мегатрона тоже. Окей.
Живой трибунал или G-Man? Ну, тут трибунал, мне кажется, все-таки G-Man'а протащили в прошлом этапе, но надо быть... Ты пропал, Индра. Короче, если G-Man из Гаррис Мода, то G-Man. Серьезно? Сильнее, чем живой трибунал? Да, G-Man там очень жесткий. Я могу скинуть. Возможно, даже на отспей. Я где-то был, короче, вики, где там описано сила G-Man'а. Чел хорош, ты что думаешь? Гаррис Мод отвал. Я на халку не шарю, но... Ну, я знаю только одного. Трибунал живой, он 16-мерный минимум. Ну, это звучит мощно. Ну, все замекают. А, ну... Да, отцепится. Я сейчас скину. Ну ладно, раз Индра так отчаянно топит за G-Man'а, то давайте выберем G-Man'а в этот раз тоже. Все-таки, чел хорош, кто не видел, зайдите ко мне в Discord, там чел хорош сделал потрясающий арт с G-Man'ом, только вместо него мое лицо. Это потрясающе было. Да. Чел хорош, как не, я скинул АЦ с G-Man'ом. Там, я сейчас сам представлю. Танос или Лоба? Танос. Ну да, я тоже думаю, что Танос. Пеннивайз или Оптимус Прайм? Мы решили Оптимуса Прайма столкнуть с Мегатроном, но насколько это будет справедливо сейчас выбрать его, а не Пеннивайза? Ой-ой-ой, скиллы опасные. Да. Почти на уровне Годзиллы будет. Нет, не выше. Уйти ему Годзиллы. Ну, Пеннивайз, это мой любимый персонаж из одного. Ну, блин, Оптимус Прайм его еще нужно с Мегатроном стал. Да. Я это понимаю. Вот со всего этого, все книги Стивена Кинга, именно Пеннивайз мне больше всего нравится. Не, смотри, чисто в теории у Оптимуса Прайма есть шансы против Пеннивайза, ну так, если прям накинуть. Хотя, мне его нравится из-за того, что он это бачит, или папа умер. Я сам читал Бурдалавку, помню. Ну, ты и Стивена Хокинга книги читал тоже там какие-то. Ладно, давайте Оптимуса Прайма. Джокер или Спейс Годзилла? Ну, Джокер. Серьезно? Спейс Годзилла, ну, у него световые скоростя есть там, бесконечная сила, но не более. А Джокер Сигма. А, кстати, смотрите. Неон пишет хороший аргумент, что Оптимус Прайм не имеет страха, так что Пеннивайз ничего не сможет сделать. Так что все логично. Вообще, да. Джокер. Ну это если только Аватара брать. Черепаха или Виктор фон Дум? Черепаха победит. Она же на уровне с Пеннивайзом существует. Ну если ладно. Выше, да. Это та самая черепаха, которую украл у Рослик. Да. Гаджо или Кагуя? Ну, Кагуя, я думаю. Кагуя. Ну, как? Годжо, один бы фиолетовый слово. Да. Причем у Кагуи у нее тоже практически фиолетовый есть. То есть у нее смешание всех Синица и Шицу, то есть это БГД очень будет. Похоже на фиолетовый, который сочетание красного и синего, и они тоже оба как-то модифицируют. Давайте Годжо возьмем. Почему? Нет. Чего вдруг? Давайте... Прикольно, она будет еще за популярность приносить. Какую популярность меня смотрит 10 человек? О чем речь? Вот сейчас у меня на экране Годжо, меня смотрит 10 человек. Это включая меня же с другого профиля. То есть не считая меня 9. Не считая тебя 8. Да, нормально же. Не, я считаю честным, ну, чисто у Кагуи гораздо больше ачив, чем у Годжи, ну, по факту. Нет, очевидно, то, что Кагуи сильнее. Да, а.к.а. Крошиха Индры. По фану, Годжи. Не, мы... По фану, Годжи, чтобы он не подбил, и... Я уже знаете, столько всего надо, здесь по фану делал. Годжи зато это победил. Нет. Да, это будет прикол, если Годжи выиграл.
Шинра или Люцифер? Люцифер, да, сильнее будет. Он же даже этим мирозданием манипулировал. Это круто, сильно. Я хочу снова вот этого динозаврика выбрать, которого когда-то выбрал вместо Мадары. Давайте снова. Почему ты не добавил ангела смерти этого призрачного гонщика? Я забыл. Вот так, твое упущение. Яхва из DC или Ксиногоку? Ну, Яхва сильнее, но я не хочу Ксиногоку выбирать. Реально. А чел, ты что думаешь? Ну, тут явно будет сильнее этот Яхвич. Потому что он там, ну, вообще прям пипец сильный. Не он пишет, если ты не возьмешь Дум... Она не смогла нормально затанчить всю силу этого Яхвы. Не он, ты опоздал, я уже выбрал не Дума. Ну давайте Яхвы, ладно. Посмотри, вот Яхву еще прям на стриме держит Дума Дары, но это уже много. Так, ну ты, чел, хорош, говорил, что АМ за АМ это вообще сильнейший в этом турнире, по идее. А Мадару у нас тут один уже есть, да. Так что давайте выберем сейчас снова. АМ за АМ. Рекурсия или Сайтама? Что-то мне не нравится эта рекурсия, это, блин, не персонаж. Мне не нравится, что здесь некоторые варианты не являются по факту персонажами. То есть, ну, насколько бы сильным не было что-то, оно должно быть в первую очередь, ну, героем каким-то, с характером, с личностью, с каким-то какой-то волей, мотивацией. Если Барри этого нет, то... Он как там, миссии разглядывает. Он же, это типа что-то между шпионом и этим, детективом. Он крутой такой сильный. Тимур, твои ставки. Какие ставки, Неон? На что? На твою температуру? Опять? Я не думаю, что вообще кто-то кроме меня читал книгу, в принципе. Вот именно. Поэтому, а вот Ван Панчмана многие читали. И смотрели тоже еще больше. И знают Сайтаму гораздо больше, поэтому я хочу выбрать Сайтаму. Я буду топить за Сайтаму. А прикиньте... А нет, у нас Гаро уже слетел. Блин, ладно. Ну, очевидно, Мадара. Да, ладно, тут давайте Мадару. Билл Шифр или Спанч Боб? Вы, кстати, не заметили, как я Спанч Боба выбрал? Я молча выбрал Спанч Боба, когда он попался в прошлом этапе, вы даже не заметили этого. И в чате тоже никто не заметил. Нет, я заметил, я хотел только показать, но ты быстро все сделал. Я хочу Спанч Боб. Я люблю Билла Шифра. Он мне нравится, но Спанч Боб, мы же с Маркизом тоже разгоняли, что Губка Боб, он на самом деле неубиваемый персонаж, с ним что только не делали, он в теории способен на все. Да, поэтому давайте Спадж, причем тут написано не Спанч, а Спадж. Да-да-да, и размотал вселенную, буквально, у меня про это ролик есть. Так, смотрите, мы тут принимали ставки на температуру, не он ее... И замерил, и насколько же горяч этот парень. Почти 40 градусов у него, прикиньте. Как ты еще там живешь? Я не понимаю, реально, чувак просто ценой своего здоровья сидит на стриме. Если ты еще сейчас... Слушай, Неон, я советую тебе поторопиться, разобраться с подарками, как их мне дарить, потому что вдруг ты не успеешь. Ну, это довольно высокая температура, ты можешь, не знаю, умереть. Отрубиться. Ты должен успеть мне задонатить до того, как это произойдет. Понимаешь, пока ты еще жив. Пока в свои последние мгновения ты должен потратить на то, чтобы задонатить мне на Джоджо. Я считаю это важно. Гора Бога или Нео Экс Машина? Я помню, что вот эту Экс Машину я очень не хотел выбирать. Но ты меня заставил, чел хороший. Нео Экс Машина это прям сильный персонаж. Ну, короче, он Дэн почти всех шатает. И что, сильнее, чем эта Гора Бога? На Рек, спасибо за еще один подарочек. Эх, ладно. Мои комы не проходят? Нет, Хикухио, я их вижу, просто комментариев много. Я еще параллельно прохожу турнир, поэтому не на все их отвечаю. Хаджун или Десятихвостый? Ну, понятно, я думаю, Хаджунчик. Ну, окей, ладно. И это был второй этап. Теперь начинается третий этап, одна 16-я. Первая пара Абс. Или Йоксотот. Ой, это страшно, сильно опасно. Да, но нам надо выбрать. На самом деле, мне не принципиально, мне они оба чисто визуально нравятся, поэтому я победе обоих буду рад.
Омега пишет, что апс. У него зато, смотрите, у него тоже прикольная способность. Но вообще он тоже там на высоком уровне находится. Индра, что ты думаешь? А Индра попал, пропал. А, нет, я сейчас телефон поставлю на зарядку, а вы пока рассуждайте. Я вообще бы просто так выбрал бы ее, потому что мне он больше нравится. Ну посидите, посидите, я за СТП вообще не знаю. А ты чекнул, сколько процентов? Ну да. Неон пишет лютую базу в чат. Спидвагон выносит все аниме. Я не могу не согласиться с этим. Так. Ну давайте. Не, мне чисто. Мне абсы тоже нравится. Он так круто выглядит. Я бы даже на заставку себе поставил такого. Но в чате. Сейчас такая картинка, которую сгенерировала нейросеть. Да, ну красиво же. Давайте было выберем. Окей. За него тоже голосуем. Один или Джимен? Надо лучше карту добавить. Ну, тут я не хочу, если честно, Джимена еще и в 1/8 пускать. Ну, при всем уважении. Так что я выберу одного. Рыба или Азатот? Я сейчас осознал, как быстро и глупо послили Алого Короля. Да. Свой Алого Короля мы за мешков взяли. По-моему. Не, наоборот. Кого взяли не за Алого Короля? Да я не помню. Не, кого-то прям. Не, мы что-то рофельное взяли. Кого-то рофельного. Так что, рыбка или осьминожка? А за то, что рыба пишет Омега. Ну ладно, давайте Азатот. Азатот, который видит всех пиццу и соло. А прикиньте, встретится Азатот и вот Йоксатот. Будет прикольно. Так, ну что, мы продолжаем пытаться свести Мегатрона с Оптимусом Праймом или выберем старуху? Ну тут, в принципе, в любом случае этот Мегатрон победит как бы. Серьезно? Да. Индра, ты как считаешь? Мегатрон соло, да. Блин, ладно, ладно. Это получается у нас... А, нет, из персонажей Наруто еще Мадара остался, ну ладно. Оптимус Прайм, вот, они почти встретились, понимаешь, они почти встретились, вот, тютелька в тютельку не хватило. Блин, ну ё, это Люциус, он стал уже, Цепер этот, как там, он же в сфере богов существует, и даже, возможно, будет. Потеря, просто потеря. Тогда Оптимус Прайм не встретится с Мегатроном, они не встретятся. Ну ладно, печально. Жалко. Досадно. Они должны встретиться. Нет, мы должны это реализовать. Ты хочешь Оптимуса Прайма выбрать сейчас? Чтобы Люцифера потерять? Да. Да. Чел хорош, а ты что скажешь? А если в раунде он против Азатота попадется? Или какой-нибудь Азатота? Да, это неразумно, понимаешь? Мадар, ты должен спокойно делать. Нет, ты понимаешь, что это неразумно? Мы не можем продолжать это бесконечно. Мы не можем допустить, чтобы в финале они встретились, понимаешь? Но это будет... Блин, так, в чате вообще люди как будто стрим не смотрят. Мы еще этого, как там, Мадару Сани, ну, две версии Мадару Сани. Так, а одна версия еще осталась, еще есть надежда. Ладно, давайте Оптимуса Прайма, но только последний раз. Если в 1/8 не встретятся они с Мегатроном, то все. Хагорома или потусторонний? А, нет, кстати, вот еще один персик Наруто. Да, кстати, да. Че, он пройдет в 1/8 или потусторонний? Ну, потусторонний он убивает спокойно. Юскрипи пишет, я создаю тест в Пикука. Ну, скинь потом мне в Дискорд. Я, может, его на следующем стриме пройду. Потусторонний, да, покруче будет. Окей. Ну тут давайте Шазама просто возьмем. Просто возьмем Шазама. Яхва из DC или Хаджун?
Не, давайте. Давайте чат спросим, если есть шарящие в чате из тех 7 человек, которые до сих пор здесь, напишите, за кого вы. Дио теперь с нами, меня Дио смотрит. Хаджун. Ну, давайте Хаджун, ладно. Танос или Челик прикольный? Че, будем дальше рофлить? Не, ну давайте Таноса. Челик все-таки не настолько прикольный, поэтому я возьму Таноса. Неон пишет: после того, как написал про спидвагона, я моргнул и отрубился. Такое бывает. Спидвагон, он настолько величественный, что одно его упоминание иногда может отрубать прям. Глоб или черепаха? А, голб или черепаха? Черепашка, черепашка. Ты прям так жестко топишь за черепашку, чел хорош. Нет, ну смотри, он же реально прям сверхжесткий. Он даже до появления темной башни существовал. Он до появления Гайна, до появления всех существовал. Ладно. А голб? Стив или Сайтама? Ну, у него космология не такая сильная, как у этого. У этого Павла. Я ну, Стив, он находится в месте, которое меняет любого измерения. Да. Стив. В чате пишут, в чате выбирают Стива. Вы что думаете? А, ну да, он же там миры, типа, у него бесконечное количество миров там. Это после титров или что-то было. А у него просто. Мы Стива выбираем здесь? Да, смотри, Сайтама лысый, то есть он круг. Круг это, ну, можно сказать, даже точка. Точка это нулемерная, ну, просто фигня какая. А Стив, он квадрат, да. Квадрат это куб, то есть 3D. 3D против 0D, вот. Ну и плюс куб, еще добавлю от себя, является наиболее физически устойчивой фигурой. Так что куб, он не упадет. Его не уронить, в отличие от катающегося шара. Поэтому, наверное, да, геометрия зарешала. Бен 10 или I am the I am? Чел хорош. Рассуждай. Ну, очевидно, очевидно. Бен 10? Нет, I am. Мне напоминает этот кругляшок в I am, как будто персик, нет, не персик, а апельсин в разрезе. Такой сочащийся. Кстати, а что можно тогда ем? А ем? Ну, короче, там прям книг, прям жестко, там квантовые механики. Там 1500 книг, мне кто-то говорил, что есть. И там прям высокий 1С уровень, там прям, ну, точно есть высокий 1С. Я напоминаю вам, а он топ-1 в эту версию. Что скоро зима. Блин. А как же хочется опять порафлять, но я понимаю, что мой лимит рофлов подходит к концу, я не знаю, может все-таки Супермена выбрать. Мы мысли бота отпустились в самом начале, если вы не можете. Не, мысли бота мы в честь этого, мы кого-то очень важного вместо него выбрали, по-моему, Сайтаму, который уже слит в прошлой паре был. Так. Ладно, давайте Супермена, окей. Буду держать баланс между рофлом и кринжем. Но вот опять же баланс. Вот до этого выбрал Супермена, но тут Спанч Боба. Я не хочу Джокера выбирать опять. Ну, я не верю в него. Итак, последняя пара третьего этапа. Мадару хочу. Вот тут я выберу Мадару. Я, ну, экс-машина это ни о чем, это я не понимаю, тут картинка непонятная, описание непонятное. Из твоего объяснения тоже, ну, я не вижу в этом персонажа. Мадара это персонаж, это характер, это личность, понимаешь? Это вот, ну, какой-то набор качеств, помимо силы. А слева это... выше концепции этих характера и этого всего остального. Ну, понимаешь, тогда получается, что это не персонаж. Получается, тогда его не должно быть в этом турнире, потому что это турнир персонажей. Нет, он персонаж, но он не обладает такими концепциями. Ну, значит, он не персонаж.
Неон Неон пишет, что этот это плохой турнир, потому что в нем нет спидвагона. Да тут много, много кого нет. Ну, на самом деле. Но если бы был спидвагон, он бы выиграл меня. Он бы выиграл, я клянусь. Ладно, 1/4, о, точнее, 4-й этап, 1/8, Хаджун или Шазам? Ну, Хаджун, Хаджун Соло. Шазам, он материальный, может, 1B максимум. Здесь я выберу АБСС, потому что я, мне не нравится эта черепаха, она какая-то неприятная, некомфортная. Ну, АБСС такой яркий, красочный, красивый, я выбираю его. Мадара или Спанч Боб? Вот ради этого мы здесь собрались, ребята. Ради этого... Мы все здесь собрались. Это то, к чему вел турнир. Это досрочный финал, ну, к сожалению. Размотал все. Да. Мы знаем, Мадара превосходит все, так что, ну, пишите в чат. Давайте решим это вместе. Пишите в чат Мадара или Спанч Боб. Ой, у меня 5 минут осталось. До чего? До смерти? До блокировки. Ну, так ты... Да, да, да. Это выдающееся было бы. Так, Индра, ты вообще, ты как ожидал вообще, что ты окажешься в такой ситуации, что тебе придется выбирать между Мадарой и Губкой Бобом? Блин, вот никогда не мог ожидать. Да, откуда не ждал? Ну, в чате пишут Спанч Боб, что я могу поделать. А, нет, слушай, кто-то написал Мадара. Осьминожка пишет Мадара, Омега пишет Спанч Боб. Так ты же а говорил 5. Вот тут он крутит, как мы видим, крутит галактику уже 5, а на хуй он, скорее всего, Верти Фикшн. А давайте я просто сделаю опрос. Я хочу сделать опрос. На полном серьезе я сделаю опрос, ребят. Как кто победит, вот тот и будет. Так, голоса. Подожди. Я забыл, как опрос делать. Ё-моё, тут что-то поменяли. Голосование. Нет, это за подарки. Это что-то не то. А, вот, быстрый. А, текстовое. Или быстрый опрос сейчас. Нет. Текстовое голосование сейчас. Сейчас, ребят. Сейчас вы сможете реально повлиять на что-то. Воу. Сейчас. Я хотел сюда еще и разрушить себе добавить из комиксов Бэтмен о Торе. Но передумал. Кто сильнее? Мадара. Спанч Боб. Мне нравится создавать такой опрос. Мне, в принципе, я доволен тем, что до такого дошло. Тимур, я предложил тебе сделку в Дискорде, но я только после стрима смогу прочитать. 4 минуты, да, идет вопрос? Ну, это минимум. Тут меньше 5 минут нельзя поставить. Да вы чё, ребят? Я сам проголосую тоже. Поучаствую в вопросе. Я не могу проголосовать, почему? Потому что твой голос, он слишком такой предвзятый. Короче, плашка тут всплыла, если кто не в курсе. Неон-неон, ты, например, первый раз в ТикТоке. Вот тут есть над моей головой в каком-то левом верхнем углу такая голубенькая плашечка. Нажимаешь на нее и проходишь опрос, голосуешь, кто по-твоему сильнее, Мадара или Спанч Боб. За Мадару, тут есть за Мадару. Эта сделка как раз для стрима. Окей, хорошо, давай, пока 4 минуты идут, я прочитаю по-быстрому. Сейчас. Ты не мог в чат написать это? Неон-неон. Если ты пройдешь, я задоню 100 рублей. Какой ты Джоджо? Во-первых, Неон-неон, это спойлер, потому что я еще не досмотрел Джоджо, я тут, ну, не знаю всех персонажей. Во-вторых, сегодня я больше ничего проходить не буду, это точно. И в-третьих, деньги вперед вообще-то. Сначала задонать, а потом я подумаю, делать мне что-то или нет. Так. У меня нет этой плашки. Она есть, там обратный отчет еще идет. Она просто маленькая, ты посмотри, она прям над... Над Мадарой. В уголочке. Омега спрашивает, чел хорош, почему ты проголосовал за Мадару? И реально, чел хорош, почему? Объясни. Обоснуй. Ну, Мадара, смотри, есть Спанч Боб, он крутой, сильный и тому подобное. А Мадара, он выше этих понятий.
Мадара выше всего созданного и не созданного. Он выше даже нашего реального мира. Вот. Там нет спойлеров и 200 рублей. Я с компа сижу, у меня нет. А, точно. Ну тогда у тебя не получится ни он, ни он. Мисс, ни он, ни он. Напиши в чат, за кого ты, и я твой голос приплюсую. Напиши, за кого ты. Спанч Боб. И я твой голос приплюсую к результатам опроса. Я же... Время 23.00, но у меня еще лимит не снялся. Это хорошо. У меня еще один час есть. Живите. Радуйтесь. Потому что я тут еще буду. Мы все очень рады. Че хорош. Мы молились за это. Да. Короче, осталось 5-3, блин. Нужно два голоса. Вот если будет ничья, хотя бы ничья, если будет, я со Спанч Боба проголосую. Я выберу Спанч Боба, если хотя бы будет ничья. Так что еще два голоса. Давайте еще два человека. Две минуты осталось. Две минуты осталось, два человека. Проголосуйте, пожалуйста, за Спанч Боба, чтобы я мог его выбрать. Максим, что ты в чат пишешь? Ты в вопросе голосуй. Или ты тоже не можешь понять, где он? Юскрипи тоже не надо писать, надо в опросе голосовать. Полторы минуты, ребят, ну давайте. Ну, пожалуйста. Давайте, вот тут новые люди появились, 10 человек. 5-4, да! Еще один голос за Спанч Боба. Давайте, минута осталась. Еще один голос за Спанч Боба, и я выберу его. Есть! 5-5. Будет ли честно завершить опрос заранее, пока никто... А, блин, напиши. Индра, ах ты! Ах ты, гад. Проголосовал тоже. Он понял, значит, есть стороне силы. Он понял, что есть стороне силы. Давайте еще один голос за Спанч Боба. Еще один голос за Спанч Боба. Чтобы он победил. Давайте. Я даже заранее завершу. Вот я замешкал. Это я виноват. Надо было сразу завершать, как только 5-5 было. Упустил момент, а. Все, 6-6. Завершите. Выбираю Спанч Боба. За сколько? За 30 секунд до конца. Ну, я считаю, это было честно. Хотя бы относительно. А это только 1/8, представляете, что будет в четверти финала и дальше. Танос или один? Ну, Танос, он комикс, он его побеждал. Хикухио пишет, Индра, карамелька моя. Вот так тебе, Индра, обращаются. Ладно. Тебе кто-нибудь хоть раз такое писал? К сожалению, нет. Вот Хикухио первый. Запомни этот момент. Он произошел на моем стриме. Стив или Азатот? О, я не понял, что это произошло. Ты специально подметил, что... Нет, Хикухио в чате написал. Азатот, да, я тоже за. Я бы за Стива в любом случае не прописал. Второго аккаунта, понял? А-а-а. А, блин, а, так в любом случае Спанч Боб победил тогда получается. Если твой голос второй не засчитывать, а считать как один, тогда в любом случае Спанч Боб победил. Я с четырех аккаунтов голоса Мадару. А, серьезно, прям реально с четырех? Тебе было прям не лень? Да нет, он с трех, я не успел с четвертого. То есть, подожди, если бы я не закончил опрос заранее, то ты бы еще и с четвертого аккаунта проголосовал. Какой еще ты? Еще момент, когда ты сказал, вот сейчас нужно быстрее закончить, когда раунд еще. Я тогда успел закинуть, и у меня на аккаунте такая же ава, как вот здесь в Дискорде. И ты типа сказал, а ты Индра, я понял. Я подумал, что ты понял. Так я и понял. А, нет, я подумал, что ты первый раз проголосовал, да. Я не сообразил. Ну ладно, пофиг. В любом случае, Спанч Боб это честно победил вообще. Я тогда, ну, чистой совестью за него проголосую. Тимур, у меня ТикТок опять сломался. Ты не согласен на сделку? Нет, не он, не он. Так ты сначала задонать, и на следующем стриме я тогда пройду. Кстати, точно не на этом. Кстати, у нас же еще Мегатрон и Оптимус живут, да? Да, у нас, кстати. Ну-ка, давай проверим, будут они следующие или нет. Мы справились, ребята, да? Мы это сделали. Мы победили. Мы справились, это случилось. Сколько
персонажей, палы. Скольких мы слили, которые, ну, реально могли быть сильнее их для того, чтобы это случилось. Давайте прочувствуем этот момент, давайте им насладимся, запомним это, зафиксируем. И дальше. Я тоже за Оптимуса Прайма, чтобы добро победило. Мегатрон же злодей, по идее. Да. Неон, там 10 вопросов всего говорит. Юскрипи, спасибо за подарочек. Неон, нет, уже третий час стрима. И в любом случае ты не задонатил. Все равно деньги вперед всегда. Сначала донать, потом будем обсуждать это. Короче, Optimus Prime. Ладно, это еще один досрочный канал. Да. Ну, так и должно быть. Скоро зима или потусторонний? Ладно, давайте, я задолбался с этой зимой. Чел хорош, объясни, что это за персонаж и откуда. Или это просто рофл? Я просто до этого специально не спрашивал. Просто зима? Ну, что слева? Что это за вариант слева? Объясни. Что это значит? Да, просто у меня... Я думал, то, что я уже все скрины подобрал, начал уже делать топ, а мне оказалось 5 скринов не хватило. Я просто рандомные сканы, ну, фотографии из галереи сюда закинул. А, понятно. Дай угадаю, эти 5 артов, это вот скоро зима, прикольный чел, не знаю, как назвать вот этот динозаврик, Спанч Боб, наверное, и рыба. Угадал? Почти. Там за место рыбы кто-то другой был. Там, наверное, арт из Мадары, который сгенерировал нейросеть. А, вот почему Мадар так много было, понятно. Когда конец стрима? Ну вот, когда пройдем турнир, тогда и конец. Ладно, тогда не буду донатить, ты потерял потенциальный донат. Нет, не он, я тебе не верю, ты бы не задонатил. Ты мне один раз задонатил, когда только пришел на канал, и с тех пор ни разу. Это подрывает доверие к тебе. Я, походу, засну под твой стрим, буду закрытыми глазами слушать. Да, Хикухио, давай, по-моему, под мой стрим еще никто не засыпал, хотя шансы были. Короче, потусторонний побеждает, на этом заканчивается четвертый этап и начинается пятый, 1/4, четверть финала, АБСС против Азатота. Рассуждаем. Это да, ну потому что четверть финала это уже серьезно. Да, давай решай, кто будет. Хотя, я может, и нет. Может, там все другие персонажи есть. Там Оптимус Прайм еще есть. Я знаю, что космологию этого СТП. Вот я не шарю, давайте тогда Азатота. Ну, давайте Азатота. Я мог бы задонатить. Так задонать, Неон, что тебе мешает прямо сейчас это сделать? Вот что тебе мешает? Объясни мне. Хаджун или Спанч Боб? Ну давайте Хаджуна, давайте у нас полуфинал серьезный будет, чтобы как-то оправдать это. Что-то происходит. Танос или АМ за АМ? Не, слушайте. Я не знаю, что-то слышу, какие-то звуки, не понимаю, вроде мы все втроем тут продолжаем сидеть. А он вышел на секунду и снова зашел. Неон пишет, что мешает ему задонатить. Скупость и нет гарантий. Какие тебе нужны гарантии? Понимаешь, ты этим показываешь, что ты мне не доверяешь. Ты что, мне не доверяешь, Неон? Ты думаешь, что ты мне задонатишь, а я ничего не сделаю? Ты так ко мне относишься? Что? Это не он тебе, чтобы для противки задонатить? Ой, нет, это тот вообще очень давний был. Нет, тот пропал просто, к сожалению. Все, не он, вообще новый зритель относительно. Гарантии выполнения сделки. Ты что, я обижен, Неон. Я не думал, что ты так плохо ко мне относишься, что между нами нет доверия, что ты думаешь, что я могу что-то не сделать за донат. Это меня разочаровывает и расстраивает. Поговорим с тобой завтра на Твиче. Я вначале весну тебя смотрел, да, начал? Или зимы? Я не знаю, когда ты начал меня смотреть, откуда я знаю. Я помню, когда я зашел к тебе первый канал, я был еще Наруто Фагом. А сейчас ты не Наруто Фаг? В феврале я уже стал Годзилла Фагом. В
Сейчас я, ну, до сих пор газила. Какая деградация, ё-моё. В общем, мы реально собираемся сделать победителем этого турнира АМ за АМ, которого тут не знает буквально никто, кроме тебя, чё хорош. Я не он предлагаю задонатить за то, что Тимур посмотрит, досмотрит весь третий сезон. Тимур, сколько это будет стоить? Так я говорил ему 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей я смотрю весь сезон третий Джоджо до конца. Ну, не на одном стриме, конечно, но я смотрю по 4 серии каждый стрим и досматриваю, до, ну, типа, за месяц, по-моему. А не за 3. Смотри, я сейчас тебе могу задонатить 2 копейки, а ты посмотришь весь покемон. Смотри, Неон, у меня есть предложение получше. Ты мне можешь задонатить 2 миллиона, и я тебе по губам повожу за лупой. По-моему, это лучше звучит. Так, дай ссылку на донаты. Неон, она есть в этом. Donation Alert, в топ-линк проходишь в мой профиль. Открываешь топ-линк. Там есть донейшн. Либо в Дискорде тоже есть ссылки. Визитную карточку в кошельке, в котором он украл деньги, но оставил сам кошелек, так что... Да, кстати, да. Просто открой свой кошелек, не он, там уже все лежит. Я, короче, я выберу Таноса, потому что, ну, слишком неизвестный вот этот АММ, его никто, кроме тебя, не знает, это неинтересно. Не, это... он прям очень сильно будет. Ну, я тебе верю, но это неинтересно, надо Танос что-то... Танос с астральным регулятором, мастурбатором Адары, так что, ну, очевидно, кто сильнее. Да, да. Оптимус Прайм или потусторонний? Потусторонний. Неон говорит, не может обновить страницу, иначе ТикТок слетит. Так ты можешь сюда не возвращаться обратно, зачем тебе? То есть ты покинь стрим, зайди в ссылку в Donation Alert, задонать мне. И все, я же получу твой донат все равно. Зачем тебе продолжать быть на стриме? Ну, не обязательно совершенно. Создаешь какие-то проблемы просто из воздуха. Короче, потусторонний же, да? Да. Окей. Да. Хаджун или Азатот? Все, полуфинал, ребята, полуфинал. Мы уже почти закончили. Азатот, мне хорошо. Кажется, да, потусторонний или Танос? АМ. Ну и вот, АМ. Ну, получается, АБССР у Азатота. Да-да-да. Так что, Танос или потусторонний будет сражаться с Азатотом? Потусторонний. И в итоге, да, я думаю, побеждает Азатот. А, нет, он вроде не стал сражаться. Короче, побеждает этот, как его, мам спагетти. Кусок спагетти в космосе. Побеждает Каспийский осьминог. Да. Ты согласен, чел хорош? Вот еще ему противником мог быть Кузима и не мог Шлина. Но ты их все в самом начале слил. Да. Поэтому побеждает его Азатот. Его противником мог быть Мадара. Лавкрафта. Мадара проиграл Спанч Бобу справедливо. Признай это. Потому что ты жульничал в вопросе. Что, если бы... Подожди, Тимур. Всю историю, всю историю, как что-то умное хотел сказать, короче, все время все кого-то обманывают, если бы я не сказал об обмане и Мадара бы выиграл, я бы просто промолчал и все подумали бы, что все честно. Так, я все-таки поставил лайк твоему турниру, чел хорош. Сейчас давайте посмотрим результаты этого безумного турнира, который я уже третий час проходил. Итак, на первом... Я вспомнил один прикол. Смотри, кстати, твой турнир кто-то кроме меня проходил, чел хорош? Ну, там плохие оценки есть, так что, скорее всего, да. Плохие оценки? Ну да, вряд ли хорош. Потому что я тут вижу, смотри, тут типа есть место в общей статистике, то есть тут реально есть общая статистика в отличие от моей. То есть у меня на первом месте Азатот, а у двух других людей, которых, ну, типа в среднем, которые проходили твой турнир, на третьем месте Азатот. На втором месте потусторонний, на третьем пускай будет Хаджун, на четвертом Танос, на пятом АБСС, на шестом Спанч Боб,
на седьмом AM за AM, на восьмом Optimus Prime. Скажу так, на девятом... AM за AM. Уклон стоит на первом месте. Подожди. AM за AM на 16-м месте стоит у людей, у меня на 6-м, по-моему. Это они вообще не шарят. Кто Стива на 5-е пустил? Те два человека, которые до меня прошли этот тест. Короче, на 9-м пусть будет Мадара, и на 10-м, не знаю, Стив. Все. Такой топ-10 у меня получился. Ё-моё, чипаху так еще не сколько ставили. Мне не нравится прохождение, перезаходи заново, переходи заново. Нет, мое прохождение каноничное. Ты знаешь, ты можешь просто считать первые два прохождения не каноничные, а мое единственное каноничное. Вот. А я бы... Интересно почитать, кто какие оценки оставил под моим тестом по Наруто. Были ли там Дайоба Дожнеца? Я надеюсь, да. Мне хочется, чтобы они там были. Ну, по-любому, не я один на это внимание обратил. Ну, и мы с Маркизом. Сейчас я проверю, был ли донат от... О, прикиньте, мне 6 дней назад задонатил на донейшене некий аноним, отправил 20 рублей с текстом «Арбуз, арбуз, пукни». Но от неона доната нет, так что больше я сегодня ничего не прохожу. Он не сдержал свое слово. Завтра мы это с ним обсудим на стриме на Твиче. Запись этого стрима завтра появится на Ютубе. Неон пишет, я сейчас прошел сам этот опрос, и я Джотара Кудже. Ну, ладно, что ж, а кто я в этом опросе, мы не узнаем, потому что ты не задонатил, вот так. Завтра стрим на Твиче, будем продолжать смотреть Джоджо, всего лишь две серии. Если вдруг Неон напомнится... Если Неон напомнится и задонатит мне, то 4 серии. Кстати, завтра будут те самые серии, про которые вы мне рассказывали, где Джозеф с Абдувом творят непотребные вещи. Да-да-да. Те самые две серии буду завтра смотреть. Мне дали достижение на пикуху. Ваши тесты прошли 10 раз. Вау! На рейтинга 10. Вот это да. Сейчас. Спасибо за подарочек, кто там еще нарек. У меня даже 2 подписчика и 1 лайк. Один из этих подписчиков я, кстати, я подписался. И на тебя, чел хорош, я тоже подписался в Пикука. А почему тогда у меня самые гневные отзывы все пишут, ну кроме Тимура, и самые низкие оценки? Ну потом я вот... А где эти отзывы прочитать? В комментариях. Я не знаю. Смотри, колокольчик, короче, вот рядом с твоим ником в правом верхнем углу есть колокольчик. Это уведомление. Нажми туда, и там будут все отзывы, комментарии и оценки, которые тебе ставили. В общем, ладно. Это потому, что это отражает твой уровень. Это тот, кто ты есть. Это твоя суть, чел хорош. Это ты как личность. Это поставил только ты. Так, читаю вопросы. Тимур написал, автор этого теста болен, ему нужна помощь. Это факты. Дальше Scary Monster пишет, я в культурном шоке с вопросов. Автор, иди траву потрогай. Все, он умер. Максим. Да. Прочел просто из интереса свои знания Джутсу в Наруто. Ну, ничего такого не написал. А ему ответили даже. ПС, автор, упертый сукин сын. Это правда. Так, Даймониус. Так, сложно, я еще такие глупые ошибки сделал. Ладно, это для слишком шарящих, мне пойдет и так. Так, дальше, Даймониус еще раз пишет. Тест будто Рич и Софин составляли. Подожди. Дмитрий, Софин и Рич? Подожди, это реально шарящий чел. Если он знает Дмитрия, Софина и Рича. Мне просто нравится, как ты вдруг внезапно решил, что всем на моем стриме будет интересно послушать комментарии к твоему тесту. Так уверенно их зачитываешь. Ну, по-моему, интересно, потому что мы справились еще из-за этого. Да тут уже все об этом забыли, чувак. Прошло 2 месяца, камон. Уже никто про это не помнит.
Пишет Неон, Неон, стой, Тимур, сколько? Ты уже опоздал, Неон, я уже все. Я тебе давал шансы, я давал тебе достаточно времени. Теперь уже отложи эти денежки мне на завтра на Twitch, чтобы я подольше посмотрел Джо-Джо. В общем, ладно. Тимур, да. Тимур, чтоб ты понимал. А, ладно, закончи стрим, я думаю, закончил уже. Нет, еще нет. Всем спасибо, кто присутствовал. Бласт, ты очень поздно присоединился. Да, теперь всем спать, спокойной ночи. Спасибо за 20 тысяч лайков. Сегодня, кстати, был неплохой стрим, много подарков надарили. Всех благодарю за это. И актив тоже был неплохой. Будет ли стрим в ТикТоке на следующей неделе? Не знаю. Если что, следите за оповещениями. Может быть да, может быть нет, особенно если будет тема. Если мне этот Неон-Неон задонатит, тогда я буду проходить тест на Джоджо, может быть. Не знаю. В общем, все. Спасибо. Пока. Блин, я уже забыл, как выходить. О, спасибо за последний подарок. Все.